Торнтон Уайлдер. Мартовские иды. Из книги Торнтон Уайлдер. Мартовские иды. Теофил Норт. Роман. Перевод с английского. Москва. Художественная литература. 1981 год. Эпиграф. Это произведение посвящается двум друзьям. Лаура де Бозису, римскому поэту, который погиб, оказывая сопротивление безраздельной власти Муссолини, его самолет, преследуемый самолетами дучи, упал в Теренское море. И Эдуарду Шелдону, кто, несмотря на свою слепоту и полную неподвижность в течение двадцати лет, дарил множеству людей мудрость, мужество и веселье. Дрожь лучший человеческий удел. Пусть свет все чувства человека губит, Великое он чувствует и любит, когда святой им трепет овладел. Гёте, Фауст Перевод Холодковского. Глоссом когда человек с благоговейным трепетом начинает ощущать, что в мире есть непознаваемое, в его познающем разуме пробуждаются высшие силы, хотя чувство это часто оборачивается суеверием, духовным рабством и чрезмерной самоуверенностью. Воссоздание подлинной истории не было первостепенной задачей этого сочинения. Его можно назвать фантазией о некоторых событиях и персонажах последних дней Римской Республики. Главная вольность была допущена в переносе события, случившегося в 62 году до Рождества Христова, осквернение таинств доброй богини Клодии Пульхры и ее братом на 17 лет вперед, то есть на празднование тех же таинств, 11 декабря 1945 года. К 1945 году многие из моих персонажей давно уже были мертвы. Клодия убили наемные бандиты на проселочной дороге. Катул, если верить свидетельству святого Иеронима, умер в возрасте 30 лет. Катон, младший, погиб за несколько месяцев дописываемых до событий в Африке, восстав против абсолютной власти Цезаря. Тетка Цезаря, вдова Великого Мария, скончалась еще до 1962 года. Более того, к 1945 году вторую жену Цезаря, Помпею, давно сменила третья жена, Кальпурния. Кое-какие подробности этого рассказа, которые, скорее всего, могут показаться вымышленными, исторически верны. Клеопатра приехала в Рим в 45-м году, и Цезарь отвел ей свою виллу по другую сторону реки. Она жила там вплоть до его гибели, а потом бежала на родину. Возможность того, что Марк Юний Брут был сыном Цезаря, изучалась и была отвергнута почти всеми историками, вникавшими в личную жизнь Цезаря. То, что Цезарь подарил сервилии жемчужину неслыханной ценности, исторический факт. История с подметными письмами против Цезаря, которые передавались по цепочке, была подсказана автору событиями наших дней. Такие письма против фашистского режима распространял в Италии Лаура де Бозис, как говорят по совету Бернардо Шоу. Обращаю внимание читателя на порядок изложения материала. В каждой из четырех книг документы следуют почти в хронологическом порядке. Книга первая охватывает сентябрь 45-го года до Рождества Христова. Действие книги второй, содержащей исследования Цезарем природы любви, начинается раньше и захватывает весь сентябрь и октябрь. В книге третьей, где речь идет главным образом о религии, события начинаются еще раньше и длятся всю осень, заканчиваясь декабрьскими церемониями в честь доброй богини. Книга четвертая где вновь приводятся самые разные соображения Цезаря, в частности, о себе самом, как возможном орудии судьбы, открывается наиболее ранним из приведенных здесь документов и завершается его убийством. Все документы – плод авторского воображения, за исключением стихотворений Катулла и заключительного абзаца из жизнеописания 12 Цезарей Гая Светония Транквилла. Источники, свидетельствующие о Цицероне, обильны, о Клеопатре скудны, о Цезаре богаты, но часто туманные и искажены политическими пристрастиями. Мною сделана попытка предположить, как протекали события, неравномерно отраженные в дошедших до нас свидетельствах. Торнтон Уайлдер. Книга Первое. Раздел первый. Глава коллегии Авгуров Каю Юлию Цезарю, верховному понтифику и диктатору римского народа. Копии жрецу Юпитера Капитолийского и прочее, госпожи Верховные жрицы коллегии девственных весталок и прочее. 1 сентября 1945 -го года до Рождества Христова. Высокочтимому Верховному Понтифику. Шестое донесение от всего числа. Предсказание по жертвоприношениям в полдень. Гусь. Пятнистость сердца и печени. Грыжа диафрагмы. Второй гусь и петух. Ничего примечательного. Голубь. Зловещее предзнаменование. Почка смещена. Печень увеличена и желтой окраски. В помете розовый кварц приказано произвести более подробное исследование. Второй голубь. Ничего из ряда вон выходящего. Наблюдались полеты орла в трех милях к северу от горы Саракт, на всем доступном обозрению пространстве над Тиволи. Птица проявляла легкую неуверенность, приближаясь к городу. Грома не было слышно со времени последнего сообщения 12 дней назад. Долгой жизни и здравия Верховному Понтифику. Раздел 1а. Записка Цезаря, не подлежащая оглашению, его секретарю по религиозным делам. Пункт 1. Сообщить главе коллегии, что нет нужды посылать мне от 10 до 15 донесений в день. Достаточно составить сводный отчет о знамениях за истекшие сутки. Пункт 2 выбрать из сводок за предыдущие четыре дня три явно благоприятных предзнаменования и три неблагоприятных. Мне они могут понадобиться сегодня в Сенате. Пункт третий. Составить и раздать следующее оповещение. С учреждением нового календаря, памятная дата основания Рима, 17-го дня каждого месяца, будет считаться гражданским праздником особой важности присутствие верховного понтифика, если он в городе, на этой церемонии обязательно. Ритуал будет выполняться со следующими добавлениями и поправками. В ритуале принимают участие 200 солдат, которые отслужат молебствие Марсу, как принято на военных постах. Хвала Рии воздается весталками. Верховная жрица коллегии лично отвечает за присутствие весталок, за высокое качество декламации и поведение участниц церемонии. Непристойные выражения, попавшие в ритуал, должны быть немедленно устранены. Весталки не могут показываться присутствующим до заключительного шествия. Запрещается прибегать к миксолидийскому ладу. Завещание Ромула Читать обращаясь в сторону мест, закрепленных за аристократией. Жрецы с верховным понтификом должны произносить текст слово в слово. Жрецы, допустившие малейшее упущение, после 30-дневной переподготовки будут посланы служить в новые храмы Африки и Британии. Раздел 1 Б Дневник в письмах Цезаря Луцию Мамилию Турину на остров Капри. Об этом письме смотри вступление к документу третьему. 968. -е. О религиозных обрядах. К своему еженедельному посланию я прилагаю полдюжины докладов из груды, которую я, как верховный понтифик, Получаю от Авгуров предсказателей, толкователей небесных знамений и хранителей кур. Прилагаю также изданное мной постановление о ежемесячном празднестве в память основания Рима. Что поделаешь? Я получил в наследство это бремя суеверий и предрассудков. Я правлю несчетным числом людей, но должен признать, что мной правят птицы и раскаты грома. Это часто мешает государственным делам, на целые дни и недели закрывает двери сената и суда. Этим заняты тысячи людей, всякие, имеющие к ним какое-либо отношение, включая и верховного понтифика, используют знамения в своих личных интересах. Однажды в долине Рейна Авгуры, ставки командующего, запретили мне вступать в битву с врагом. Дело в том, что наши священные куры стали чересчур разборчивы в еде. Почтенные хохлатки скрещивали ноги при ходьбе, часто поглядывали на небо, озирались, и не зря. Я сам, вступив в долину, был обескуражен тем, что попал в гнездилище орлов. Нам, полководцам, положено взирать на небо куриными глазами. Я смирился с запретом, хотя мое умение захватить врага врасплох является одним из немногих моих талантов, но я боялся, что на другое утро мне снова будут чинить препятствия. Однако в тот вечер мы с Азинием Полеоном пошли погулять в лес, собрали десяток гусениц, мелко изрубили их ножами и раскидали в священной кормушке. На утро вся армия с трепетом дожидалась известия о воле богов. Вещих птиц вывели, чтобы дать им корм. Они сразу оглядели небо, издавая тревожное кудахтанье, которого достаточно, чтобы приковать к месту десять тысяч воинов, а потом обратили свои взоры на пищу. Клянусь Геркулесом, вылупив глаза и сладострастно кудахтая, они накинулись на корм. Так мне было разрешено выиграть кельнскую битву. Но главное Вера в знамени отнимает у людей духовную энергию. Она вселяет в наших римлян, от подметальщиков улиц до консулов, смутное чувство уверенности там, где уверенности быть не должно, и в то же время навязчивый страх, страх, который не порождает поступков и не пробуждает изобретательности, а парализует волю. Она снимает с них непременную обязанность мало-помалу самим создавать римское государство. Она приходит к нам, освещенная обычаями предков, дыша безмятежностью детства. Она поощряет бездеятельных и утешает бездарных. Я могу справиться с другими врагами порядка, со стихийным мятежом и буйством какого-нибудь Клодия, с ворчливым недовольством Цицерона и Брута, порожденным завистью и питаемым хитроумными толкованиями древнегреческих текстов с преступлениями и алчностью моих проконсулов и магистратов. Но что мне делать с равнодушием, которое охотно рядится в тогу набожности и либо твердит, что гибели Рима не допустят недремлющие боги, либо смиряется с тем, что Рим погибнет по злокозненности богов? Я не склонен к унынию, но часто ловлю себя на том, что эта мысль наводит на меня уныние что делать. Порой в полночь я пытаюсь вообразить, что будет, если я все это отменю. Если, как диктатор и верховный понтифик, я запрещу соблюдение счастливых и несчастливых дней, гадание по внутренностям и полету птиц, молниям и грому. Если я закрою все святилища, кроме храмов Юпитера Капиталийского. И как быть с Юпитером? Я еще буду об этом писать. Собери свои мысли, чтобы меня направить. На другой вечер. Письмо дописано по-гречески. Снова полночь, милый друг. Я сижу у окна и жалею, что оно выходит не на спящий город, а на тростиверинские сады богачей. Вокруг моей лампы пляшут мошки. Река едва отражает рассеянный свет звезд. На дальнем берегу пьяные горожане ссорятся в винной лавке, и время от времени ветер доносит мое имя. Жена уснула, а я пытался успокоить мысли чтением Лукреции. С каждым днем я все больше ощущаю, к чему меня обязывает мое положение. Я все яснее и яснее сознаю, что оно позволяет мне совершить и к каким свершениям меня призывает. Но что что оно мне говорит, чего от меня ждет. Я принес на землю мир. Я распространил благо римского законодательства на бесчетное число мужчин и женщин. Несмотря на огромное сопротивление, я распространяю на них также и гражданские права. Я усовершенствовал календарь, и счет наших дней подчинен практической системе движения Солнца и Луны. Я пытаюсь наладить дело так, чтобы люди во всех концах мира имели пищу. Мои законы и корабли обеспечат взаимообмен избытками урожая в соответствии с народными нуждами. В будущем месяце из Уголовного кодекса будет изъята пытка. Но этого мало. Все эти меры — лишь труд полководца и правителя. Тут я делаю для мира то же, что староста для своей деревни. Теперь надо совершить что-то иное. Но что? По-моему, теперь и только теперь я готов начать. В песне, которую у всех на устах, меня зовут отцом. Впервые за мою общественную жизнь я чувствую неуверенность. До сей поры все мои поступки подчинялись правилу, которое можно было бы назвать моим суеверием. Я не экспериментирую. Я не начинаю дело для того, чтобы чему-то научиться на его результатах. Ни в искусстве войны, ни в политике я не делаю ни шага без точно намеченной цели. Если возникает препятствие, я поспешно вырабатываю новый план, и его возможные последствия для меня ясны. В ту минуту, когда я увидел, что в каждом своем начинании Помпей отчасти полагается на волю случая, я понял, что буду властелином мира. Но в моих сегодняшних замыслах есть такие стороны, относительно которых я не уверен, что я в них уверен. Для того, чтобы их осуществить, мне надо ясно знать, каковы жизненные цели рядового человека и каковы его возможности. Человек. Что это такое? Что мы о нем знаем? Его боги, свобода, разум, любовь. Судьба и смерть. Что они означают? Помнишь, как еще мальчишками в Афинах и позднее возле наших палаток в Галлии мы без конца обо всем этом рассуждали? И вот я снова подросток и снова философствую. Как сказал этот опасный искуситель Платон, лучшие философы на свете ⁇ мальчишки, у которых только пробивается борода. Я снова мальчишка. Но погляди, что я покуда успел сделать в отношении государственной религии. Я укрепил ее, возобновив ежемесячные празднество в память основания Рима. Сделал я это, быть может, затем, чтобы уяснить для себя те последние следы благочестия, которые еще живут в моей душе. Мне также льстит, что я, как прежде моя мать, больше всех римлян, сведущ в старых поверьях. Признаюсь, когда я декламирую нескладные молитвы и делаю телодвижения в сложном ритуале, меня буревает искреннее чувство. Но чувство это не имеет ничего общего с потусторонним миром. Я вспоминаю, как в девятнадцать лет, будучи жрецом Юпитера, я поднимался на Капитолий, а рядом шла моя Корнелия, неся под туникой еще нерожденную Юлию и разве с тех пор жизнь одарила меня чем-нибудь подобным? Но тише. У дверей только что сменился караул. Стража со звоном скрестила мечи и обменялась паролем. Пароль на сегодня — Цезарь бдит. Раздел второй. Клодия Пульхра из своей виллы в Байях на берегу Неаполитанского залива Домоправителю в Риме. 3 сентября 1945 -го года до Рождества Христова. Мы с братом в последний день месяца даем званый обед. Если и на этот раз ты допустишь промахи, я тебя сменю и продам. Приглашения посланы диктатору, его жене и тетке, Цицерону, Азине Полеону и Гаю Валерию Катулу. Обед будет происходить по старинному обычаю, а именно, женщины присутствуют только на второй его половине и не возлежат. Если диктатор примет приглашение, необходимо строжайше соблюсти этикет. Начни сразу же обучать слуг, встречи гостей перед домом, подношению кресла, обходу комнаты и церемонии прощания. Позаботься нанять 12 трубачей оповести жрецов храма, что им предстоит совершить молебствие, достойное верховного понтифика. Не только ты, но и мой брат будете пробовать блюда, подаваемые диктатору в его присутствии, как было принято в прежнее время. Меню будет зависеть от новых поправок к закону против роскоши. Если они будут утверждены, гостям может быть подано «Только одна закуска — это египетское рагу из морских продуктов, которые диктатор тебе описывал. Я о нем ничего не знаю. Ступай немедленно к повару Цезаря и разузнай, как его готовить. Когда ты заучишь рецепт, приготовь блюдо не менее трех раз, чтобы в день обеда оно получилось как следует. Если новый закон не пройдет, должны быть поданы разнообразные блюда. Диктатор, брат и я будем есть рагу». Цицерону подашь, ягненка на вертеле по-гречески. Жене диктатора — овечью голову с жареными яблоками, которую она так расхваливала. Послал ли ты ей рецепт, как она просила? Если да, то слегка измени приправу. Советую добавить 3-4 персика, моченых в альбанском вине. Госпоже Юлии Марции и Валерию Катуллу будет предложено выбрать любое из этих блюд. А Зиней Палеон по своему обыкновению не будет есть ничего, но имей на готове горячее козье молоко и ломбардскую кашу. В выборе вин полагаюсь на тебя, но не забудь о законах на этот счет. Я распорядилась, чтобы в Лотию приволокли морем в сетях двадцать-тридцать дюжин устриц. В день званого обеда часть их можно будет доставить в Рим. Сходи сейчас же к греческому миму Эроту и найми его на вечер. Он, наверное, будет по своему обыкновению артачиться. Можешь ему намекнуть, каких знатных гостей я жду. В конце скажи, что кроме обычного вознаграждения я дам ему зеркало Клеопатры. Скажи, что я хотела бы, чтобы он со своей трупой исполнил Афродиту и Гефеста и шествие Азириса Герода. А сам он пусть прочтет цикл «Плетущим гирлянды» Сафо. Завтра я выезжаю из Неаполя, Неделю прогощу в семье Квинта Линтула Спинтера в Капуе. Сообщи мне туда, чем занимается мой брат. В Риме жди меня числа десятого. Я желаю знать, как обстоит дело с очисткой общественных мест от оскорбительных надписей о нашей семье. Требую, чтобы это было сделано как можно тщательнее. О чем идет речь в этом абзаце, ясно из письма Цицерона и образцов нацарапанных надписей. Раздел 2 А. Цицерон из Рима, от Тику в Грецию. Весной того же года. Не считая нашего всеобщего главы, больше всего в Риме сплетничают о Клодии. На стенах и на каменных полах бани общественных уборных нацарапаны посвященные ей стихи крайне непристойного содержания. Мне говорили, что ей посвящена пространная сатира, в фригадирии Помпеевых Терм. К ней уже приложили руку семнадцать стихотворцев и каждый день туда что-нибудь добавляют. По слухам, все вертится главным образом вокруг того, что она вдова, дочь, племянница, внучка и правнучка консулов, и ту дорогу, на которой она теперь ищет приятных и малоприбыльных утех, проложил ее предок Аппий. Дама, говорят, узнала об оказанных ей почестях. Наняты трое чистильщиков, которые по ночам украдкой стирают эти надписи. Они просто надрываются, не успевая выполнять свою работу. Наш владыка, Цезарь, не нанимает рабочих, чтобы стирать поносные надписи. Издевательских стишков и о нем предостаточно, но на каждого хулителя у него находится по три защитника. Его ветераны снова вооружились, но на этот раз с губками. Весь город захворал стихоплетством. Мне говорили, что стихи этого новоявленного поэта Катулла, тоже посвященные Клодии, хоть и совсем в другом духе, выцарапывают на стенах общественных зданий. Даже сирийцы, торгующие пирожками, знают их наизусть. Что ты на это скажешь? Под неограниченной властью одного лица мы либо лишены своего дела, либо теряем к нему всякий вкус». Мы уже не граждане, а рабы. И поэзия выход из вынужденного безделья. Раздел второй Б. Надписи Нацарапанные на стенах и мостовых Рима. Клодий Пульхр говорит Сацирону в Сенате. Сестра моя упряма, она не уступит мне ни на мизинец, говорит он. «Ах», — отвечает Цицерона, — «мы-то думали, что она покладиста, мы-то думали, что она уступает тебе все, даже выше колен». Предки ее проложили Аппиеву дорогу. Цезарь взял эту Аппию и положил другим манерам. Ха, ха, ха. Четырехгрошовая девка — миллионерша, но зато скупа и устали не знает, с какой гордостью приносит она на рассвете свои медики. Каждый месяц Цезарь празднует основание города, каждый час — гибель республики. Популярная песенка в разных вариантах была нацарапана в общественных местах по всему Риму, Мир принадлежит Риму, и боги отдали его Цезарю. Цезарь — потомок богов и сам божество. Он, не проигравший ни одной битвы, отец своим солдатам. Он пятой зажал пасть богачу, а бедняку он и друг, и утешитель. Из этого видно, что боги любят Рим. Они отдали его Цезарю, своему потомку и тоже божеству. Ниже следующие строчки Катулла были, как видно, сразу же подхвачены народом. Не прошло и года, как они достигли самых отдаленных краев республики и стали пословицей, имя же автора забылось. «В небе солнце зайдет и снова вспыхнет. Нас лишь светоч погаснет жизни краткой, ждет одной беспробудной ночи темень». Перевод Петровского. Раздел 3. Дневник в письмах Цезаря, луцию мамилию Тургину на остров Капри. Видимо, написан между 20 августа и 4 сентября. Дневник в письмах писался с 1951 года, когда получатель был взят в плен и покалечен белгами вплоть до смерти диктатора. Записи весьма разнообразны по форме. Некоторые набросаны на обороте ненужных писем и документов. Одни сделаны наспех, другие тщательно, многие продиктованы Цезарем и записаны рукой секретаря. И хотя все они пронумерованы, даты на них проставлены лишь изредка. 958. О предполагаемой этимологии трех архаизмов в завещании Ромула. 959 и 963 о некоторых тенденциях и событиях в политической жизни. 964. -е. Высказывает невысокое мнение о метрических ухищрениях в речах Цицерона. 965-967. О политике. 968. О религии римлян. Эта запись уже приведена в разделе 1 Б. 969. -е о Клодии Пульхри и ее воспитании. Клодия с братом пригласили нас на обед. Я, кажется, подробно описывал тебе положение этой парочки, но, как и все в Риме, невольно возвращаюсь к этой теме. Я уже не способен на живое сострадание при встрече с кем-нибудь из бесчисленных людей, влачащих загубленную жизнь. И еще менее стараюсь их оправдать, когда вижу, как легко они находят себе оправдание сами, когда наблюдаю, как высоко они вознесены в собственном мнении, прощены и оправданы сами собой и яростно обвиняют загадочную судьбу, которая якобы их обездолила и чьей невинной жертвой они себя выставляют. Такова и Клодия. Но перед своими многочисленными знакомыми она эту роль не играет. При них Клодия прикидывается счастливейшей женщин. Однако для самой себя и для меня она играет эту роль, ибо я, пожалуй, единственный из смертных, кто знает, что в одном случае она, быть может, и была жертвой, на чем вот уже более 25 лет основано ее притязание каждый день сызного быть жертвой но и для нее, и для других подобных ей женщин, чьи бесчинства привлекают к себе всеобщий интерес, есть еще одно оправдание. Все они родились в знатных семьях, среди роскоши, облеченные привилегиями, были воспитаны в атмосфере возвышенных чувств и бесконечных нравоучений, что теперь почитается за истинно римский образ жизни. Матери этих девиц зачастую бывали великими женщинами, но в них развелись такие черты, которые не передаются потомству. Материнская любовь, семейная гордыня и богатство вместе взятые превратили их в ханжей, и дочери их росли в отгороженном мирке успокоительной лжи и недомолвок. Разговоры дома были полны выразительных пауз, то есть умолчаний о том, о чем не принято говорить. Более умные из дочерей, подрастая, это поняли. Они почувствовали, что им лгут, и, очертя голову, кинулись доказывать обществу свою свободу от лицемерия. Тюрьма для тела горькам, но для духа она еще горше. Мысли и поступки тех, кто осознает, как их надули, мучительны для них самих и опасны для всех прочих. Клодия была самой умной из них, а теперь ведет себя еще более вызывающе, чем остальные. Все эти девицы испытывают или изображают страсть к отребью общества. Их нарочитая вульгарность превратилась в политическое явление, от которого не отмахнешься. Сам по себе плебс поддается перевоспитанию. Но что делать с плебейской аристократией? Даже молодые женщины безупречного поведения, такие как сестра Клодии или моя жена, явно сердятся, что их водили за нос. Их воспитывали в уверенности, что семейные добродетели самоочевидны и всеобъемлющие. От них скрывали, что высшее счастье в жизни — свобода выбора. А это больше всего влечет молодой ум. В поведении Клодии отражается и та особенность, которую я часто с тобой обсуждал, может, даже слишком часто. Нормы и структура нашего языка сами по себе подразумевают и внушают веру в то, что мы бессильны перед жизнью, связаны, подчинены и беспомощны. Язык наш утверждает, что нам даны и такие-то, и такие-то качества от рождения. Иначе говоря, есть великий благодетель, даровавший Клодии красоту, здоровье, богатство, знатное происхождение и выдающийся ум, а кому-то другому — рабство, болезни и глупость. Она часто слышала, что одарена красотой. Кто же ее одарил? А что другой несет проклятие своего злоязычия, разве Бог может проклясть? Даже если предположить существование Бога, который, по выражению Гомера, изливает из своих сосудов добрые и злые дары, меня поражают верующие, которые оскорбляют своего Бога, отказываясь признать, что в мире многое не управляется божественным проведением, и что, по-видимому, Бог так это и задумал. Но вернемся к нашей Клодии. Клодии никогда не довольствуются полученными дарами. Они отравлены злобой скаридного благодетеля, который наделил их всего лишь красотой, здоровьем, богатством, знатностью и умом. Он утаивает от них миллион других даров, например, полнейшее блаженство, в каждое мгновение, каждого дня. Нет жадности более ненасытной, чем жадность избранных, верящих в то, что их привилегии были дарованы им некой высшей мудростью. И нет обиды более злой, чем у обездоленных, которым кажется, что их намеренно обошли. Ах, друг мой, друг мой! Самое лучшее, что я мог бы сделать для Рима, это вернуть птиц в их птичье царство. Гром! другим стихиям природы, а богов — воспоминаниям детства. Нет нужды говорить, что мы не пойдем на обед к Лодии. Раздел четвертый. Госпожа Юлия Марция, вдова Великого Мария, из ее имения на Альбанских холмах, племяннику Каю Юлию Цезарю в Рим. 4 сентября. Клодий Пульхр с сестрой пригласили меня на обед в последний день месяца. Они говорят, дорогой мальчик, что ты тоже там будешь. Я не предполагала ехать в город до декабря, когда мне придется приступить к своим обязанностям, связанным с таинствами доброй богини. Конечно, я и не подумаю туда идти, если не буду уверена, что ты и твоя милая жена там будете. Не передашь ли ты мне своим посланным, действительно ли ты собираешься у них быть? Должна признаться, что после стольких лет деревенской жизни мне любопытно было бы взглянуть, как живут на Палатинском холме. Письма Симпронии Метеллы, Сервилии, Эмилии Цимбры и Фульвии Мансон дышат оскорбленной добродетелью, но мало что мне говорят. Эти дамы так усердно щеголяют своей праведностью, что я в сомнении, чего больше в нем, в этом круговороте дней на вершине мира, блеска или пошлости. У меня есть и другая причина — хотеть встречи с Клодией Пульхрой. Может статься, что рано или поздно я буду вынуждена с ней серьезно поговорить. Хотя бы ради ее матери и ее бабушки, которые были моими любимыми подругами в юности и в зрелые годы. Можешь догадаться, о чем идет речь? Как выяснится, Цезарь не понял намеком. Тетка была одной из руководительниц таинств Доброй Богини. Если возник вопрос о том, чтобы запретить Клодии участвовать в таинствах, решение его в основном зависело от светской комиссии, а не от представительницы коллегии девственных весталок. Последнее слово принадлежало Юлию Цезарю, как верховному понтифику. Мы, деревенщина, готовы точно выполнять твои законы против роскоши. В наших маленьких общинах любят тебя и каждодневно благодарят богов, что ты правишь нашим великим государством. У меня в поместье работают шесть твоих ветеранов. Я знаю, что их трудолюбие, веселый нрав и преданность — свидетельство того, как они боготворят тебя, и я стараюсь их не разочаровывать». Передай самый нежный привет Помпеи. Второе письмо той же почтой. Дорогой племянник, пишу тебе на другое утро. Прости, что я злоупотребляю временем владыки мира, но мне хочется задать тебе еще один вопрос, на который тоже жду ответа с моим посыльным. Жив ли еще Луций Мамилий Турин? Может ли он получать письма? И можешь ли ты сообщить мне его адрес? Я задавала эти вопросы ряду моих друзей, но никто не мог дать мне точного ответа. Мы знаем, что он был тяжело ранен, когда сражался рядом с тобой в Галлии. Одни говорят, что он живет отшельником в озерном краю на Крите или в Сицилии. По словам других, он уже несколько лет как умер. На днях мне приснился сон. Прости уж меня, старуху. Будто я стою возле бассейна на нашей вилле в Торренте, рядом с моим дорогим разбойником-мужем. В бассейне плавают двое мальчишек, ты и Луций. Потом вы вышли из воды, и, обняв вас за плечи, муж обменялся со мной долгим взглядом и, улыбаясь, сказал «Порсль» нашего могучего римского дуба. Как часто оба вы приезжали к нам и целые дни проводили на охоте. А сколько съедали за обедом! Помнишь, как лет в двенадцать ты читал мне Гомера, и как горели у тебя глаза? Потом вы с Луцием уехали в Грецию учиться, и ты писал мне оттуда длинные письма о поэзии и философии. Луций, он был сиротой. Писал твоей матери. Ах, все это было, было, Кай. Я проснулась после этого сна в слезах и оплакивала все свои утраты: мужа, твою мать, отца и мать Клодии и Луция. Прости, дорогой, что отнимаю у тебя время, жду ответа на два вопроса: обед у Клодии и адрес Луция, если он жив. Раздел 4 А. Ответы Цезаря Юлии Марции. Обратной почтой. Первые два абзаца написаны рукой секретаря. «Я не намерен, дорогая тетушка, идти на обед к Лодии. Если бы я считал, что тебе будет там интересно, я, конечно, пошел бы в угоду тебе. Однако же Помпея и я убедительно просим тебя провести вечер у нас». «Может статься, что у Клодии хватило наглости пригласить Цицерона, а у него не хватило мужества отказаться. Если так, я его оттуда сманю и предоставлю в твое распоряжение. Думаю, что тебе будет приятно с ним встретиться. Он стал еще остроумнее и может все тебе рассказать о светском обществе на Палатинском холме». Кроме того, не трудись открывать свой дом. Флигель в саду в твоем полном распоряжении, и Альнара будет счастливо тебе прислуживать. А пока ты будешь жить у нас, дорогая, я распоряжусь, чтобы часовые по ночам не бряцали мечами и произносили пароль шепотом. Ты вдостально глядишься на Клодию, когда приедешь в город на торжества. Думая о ней, я не нахожу в душе ни капли сострадания, которое, по мнению Эпикура, следует питать к заблудшим. Надеюсь, что ты и в самом деле серьезно с ней поговоришь. Надеюсь также, что ты научишь меня, как пробудить в себе хоть какое-то сочувствие к ней. Мне самому неприятно ощущать такое равнодушие к человеку, с которым меня связывает столько самых разных воспоминаний. Далее рукою Цезаря. Ты говоришь о прошлом. Я не позволяю своим мыслям надолго в него погружаться. Все, все в нем кажется прекрасным и, увы, неповторимым. Те, что ушли, как я могу о них думать? Вспомнишь один только шепот, только глаза, и перо падает из рук, и беседа, которую я веду, обрывается немотой. Рим и все его дела кажутся чиновной суетой, пустой и нудной, которая будет заполнять мои дни, пока смерть не даст мне избавления. И разве я в этом смысле одинок? Не знаю. Неужели другие умеют вплетать былую радость в свои мысли о настоящем и в свои планы на будущее? Может быть, на это способны одни поэты, только они отдают себя целиком каждой минуте своей работы. По-моему, у нас появился такой поэт, который займет место Лукреция, прилагаю его стихи. Мне хочется знать, что ты о них думаешь. Правление миром, которое ты мне приписываешь, стало казаться мне более стоящим делом с тех пор, как я увидел, на что способен наш латинский язык. Я не посылаю стихов, где речь идет обо мне. Этот катул, так же красноречив в ненависти, как и в любви. В Риме тебя ждет подарок, хотя моя доля в нем потребует, чтобы я еще больше погряз в моих сегодняшних обязанностях. Как я и говорю, мне приходится платить за всякое возвращение к прошлому. В ежемесячное празднование Дня основания Рима Цезарь включил приветствие от города ее покойному мужу Марию. Что касается твоего второго вопроса, дорогая тетя, на него я ответить тебе не могу. Помпея шлет нежный привет. Мы с радостью ждем твоего приезда. Раздел пятый. Госпожа Симпрония Метелла из Рима, госпоже Юлии Марции в ее имени на Альбанских холмах. 6 сентября. Не могу выразить, дорогая Юлия, как я рада услышать, что ты приезжаешь в город. Не трудись открывать свой дом. Ты должна погостить у меня. Прислуживать тебе будет Засима. Она боготворит землю, по которой ты ступаешь, а я обойдусь радопой. Она оказалась просто сокровищем. Ну а теперь, садись поудобнее, дорогая, я собираюсь в сласть поболтать. Во-первых, послушайте совета старой при старой подруги. Не ходи к этой женщине. Можно сколько угодно твердить, что не любишь сплетен, что те, о ком говорят за глаза, не могут защититься от клеветы и так далее, но разве служить предметом таких сплетен уже само по себе не предосудительно? Лично я не верю, что она отравила мужа или состояла в преступной связи со своими братьями, но тысячи людей в это верят. Мой внук рассказывает, что о ней поют песни во всех гарнизонах и кабаках, а стены терм исписаны стишками про нее. У нее есть прозвище, которое я даже не решаюсь повторить, и оно у всех на устах. В сущности, самое худшее, что мы о ней знаем, — это ее влияние на палатинский высший свет. Она первая стала одеваться по-простонародному и якшаться с городским отребьем. Она водит своих друзей в таверны гладиаторов, пьет с ними ночи напролет и пляшет для них. Прочее можешь представить себе сама. Юлия. Она устраивает пикники, пирует в деревенских тавернах с пастухами и солдатами с военных постов. Все это факты. Одно из последствий ее поведения очевидно для всех. Что стало с нашей речью? Теперь считается шиком разговаривать на языке плепса. И я не сомневаюсь, что тут виновата она, и она одна. Ее положение в свете, ее происхождение, богатство, красота, и нельзя же этого отрицать, обаяние и ум увлекли общество в грязь. Но она испугалась, наконец, и пригласила тебя на обед, потому что испугалась. А теперь слушай. Тут назревает одно серьезное дело, за которое, в конце концов, придется отвечать тебе. В последующих абзацах письма употребляется ряд условных имен. Валаокой по-гречески называют Клодию, диким кабаном ее брата Клодия Пульхра, перепелкой еще задолго до брака называли жену Цезаря Помпею, фессалиянкой, сокращенной от ведьмы из Фессалии, Сервилию, мать Марка Юния Брута, школой тканья, таинство доброй богини и комитет, руководящий этим празднеством. Хозяином погоды, разумеется, называли Цезарем. Хотя эта женщина и распутница, я не думаю, что ее стоит отстранять от участия в некоторых собраниях, но не сомневаюсь, что такое предложение будет сделано они с Перепелкой присутствовали на последнем собрании исполнительного совета, которое было созвано как раз перед ее отъездом на юг, в Баи. Они попросили председательницу, твое место занимала Фессалийка, отпустить их и вскоре ушли. И тут во всех концах зала стали они судачить. Эмилия Цимбра закричала, что если в школе тканья волоокая окажется где-нибудь рядом, она даст ей пощечину. Фульвия Мансон сказала, что не станет бить ее во время церемонии, но тут же уйдет и подаст жалобу Верховному понтифику. А Фиссалийка заявила, хотя, занимая председательское место, ей вообще не следовало высказывать своего мнения, что прежде всего надо поставить вопрос перед тобой и верховной жрицей коллеги девственных висталок. Ее возмущенный тон, по правде говоря, показался мне чуточку смешным, ведь все мы знаем, что она не всегда была такой почтенной Матроной, какой себя выставляет. Вот такие-то дела. Полагаю, что ты или твой племянник не позволят ее исключить, но надо же такое придумать. Какой бы поднялся скандал? Знаешь, по-моему, даже пожилые женщины уже не помнят, что такое настоящий скандал. А я вдруг ночью припомнила, что за всю мою жизнь исключили только троих, и все трое тут же покончили самоубийством. И все же, с другой стороны, страшно подумать, что в школе тканья, в этом самом прекрасном, святом, необыкновенном таинстве, может участвовать такая личность, как Волоокая. «Юлия, я никогда не забуду, как по этому поводу выразился твой великий супруг. Эти двадцать часов, когда собираются вместе наши женщины, подобны столпу, подпирающему Рим. Мы все никак не можем понять, почему хозяин погоды, пойми, дорогая, я не хочу быть непочтительной, разрешает перепелке так часто с ней встречаться. Нас всех это просто поражает. Ведь встречи с волоокой неизбежно влекут за собой и встречи с диким кабаном, а ни одна уважающая себя женщина не захочет с ним знаться. Но давай поговорим о другом. Вчера я удостоилась большой чести, о чем хочу тебе рассказать. Он сам пожелал со мной поговорить. Я, как и весь Рим, отправилась к Катону в день поминовения его великого предка. Улицу запрудила тысячная толпа с трубачами, флейтистами и жрецами. В доме для диктатора поставили кресло, и все, естественно, были в большом волнении. Наконец он появился. Ты сама, дорогая, знаешь, насколько трудно предсказать, как он себя поведет. По словам моего племянника, он держится официально, когда ждешь от него простоты, и ведет себя просто, когда должен бы держаться официально. Он прошел через форум и вверх по холму безо всякой свиты, вместе с Марком Антонием и Октавианом, словно прогуливаясь. Я дрожу за него, ведь это так опасно. Но именно за такое поведение его обожает народ. Это в нравах старого Рима, и ты, наверное, могла слышать восторженные крики толпы даже у себя в имении. Он вошел в дом, кланяясь и улыбаясь, и подошел прямо к катону его родным можно было услышать, как пролетит муха. Впрочем, для тебя не секрет, что племянник твой — просто совершенство. До нас доносилось каждое его слово. Сначала он был величав, почтителен, как он даже расплакался и низко опустил голову. Потом Цезарь заговорил интимнее, он обращался ко всем членам семьи, а затем стал шутить и очень остроумно, так что скоро весь зал покатывался со смеху. Катон отвечал ему хорошо, но очень кратко. Казалось, забыты все мучительные политические распри. Цезарь взял пирожок, ими обносили гостей, а потом стал заговаривать то с одним, то с другим из присутствующих. Он отказался сесть в кресло диктатора, но вел себя так мило, что никто из домашних не счел это обидным. И тут, дорогая, он приметил меня и, попросив услуги стул, сел со мной рядом. Можешь себе представить мое состояние? Случалось ли ему хоть раз забыть какой-нибудь факт или чье-то имя? Он вспомнил, что двадцать лет назад провел у нас в четыре дня, а также всю мою родню и всех тогдашних гостей. Он очень деликатно предостерег меня насчет политической деятельности моего внука. Но помилуй, дорогая, что я могу с ним поделать? Потом стал спрашивать мое мнение о ежемесячном празднестве в память основания Рима. Как видно, он меня там заметил. Нет, ты только подумай, хотя был от меня далеко и шагал взад-вперед, выполняя этот сложный ритуал. Какую часть я считаю самой впечатляющей? какие фразы мне показались чересчур длинными или непонятными для народа. Потом он заговорил о самой религии, о знамениях и о счастливых и несчастливых днях. «Ах, дорогая, он самый обаятельный человек на свете, и все же, я вынуждена это сказать, в нем есть что-то пугающее». Он слушает с неотрывным вниманием все, что ты неуклюже пытаешься выразить. И хотя его большие глаза глядят на тебя с таким лестным для тебя интересом, ты все равно пугаешься. Они словно внушают, мы с вами здесь единственные искренние люди, мы говорим то, что думаем, мы говорим правду. Надеюсь, я не выглядела круглой дурой, однако жаль, что никто меня не предупредил, что верховный понтифик будет меня выспрашивать, что, как, где и когда я думаю о религии, ибо в конечном счете все свелось к этому. Наконец он отбыл, и все мы смогли разойтись по домам. Я сразу же легла спать. Скажи мне, Юлия, по секрету, каково, по-твоему, быть его женой? Ты меня спрашиваешь насчет Луция Мамилия Турдина. Я, как и ты, вдруг сообразила, что ничего о нем не знаю. Почему-то я вбила себе в голову, что он либо умер, либо настолько поправился, что занимает какую-то должность в отдаленных краях республики. Но если хочешь что-то выведать, по опыту знаю, лучше всего обратиться к одному из старых доверенных слуг. Они составляют своего рода тайное общество, знают о нас все и этим гордятся. Поэтому я спросила нашего старого вольноотпущенника Руфия Тела, и, как и надо было ожидать, выяснила следующее. Во второй битве с белгами, когда Цезаря чуть не схватили враги, Турин попал в плен. Прошло тридцать часов, прежде чем Цезарь догадался, что он пропал. И тогда, дорогая твой племянник, бросил полк на вражеский лагерь. Полк был почти целиком уничтожен, но отбил турина в самом жалком состоянии. Враги, чтобы заставить его говорить, постепенно обрубали ему руки и ноги и лишили возможности видеть и слышать. Они отрубили у него руку, ногу, а может и что-то еще, выкололи глаза, обрезали уши и собирались проткнуть барабанные перепонки. Цезарь позаботился о том, чтобы ему был обеспечен самый лучший уход, и с тех пор Турин, согласно его собственному желанию, окружен полнейшей тайной. Но Руфию, как видно, известно, что он живет в прекрасной вилле на Капри, вдали от чужих глаз. Он, конечно, по-прежнему очень богат и окружен целой свитой секретарей, служителей и прочее. Но разве это не душераздирающая история? Подумай, как ужасно бывает жизнь. Я ведь хорошо помню, как он был красив, богат, талантлив и явно предназначен занять самые высокие посты в государстве. А до чего же он был мил? Он чуть было не женился на моей Аврункулее, но и его отец, и все остальные мамилии были чересчур старозаветны для меня, а уж для моего мужа и подавно. Как видно, он по-прежнему интересуется политикой, историей и литературой. У него здесь, в Риме, есть какой-то поверенный, который сообщает ему все новости, посылает книги, передает сплетни. Но ни одна душа не знает, кто это такой. А сам Турин, как видно, хочет, чтобы его забыли все, кроме нескольких близких друзей. Я, конечно, спросила Руфия, кто его навещает. Руфий уверяет, будто он не принимает почти никого, что актриса Кеферида иногда ездит ему почитать и что раз в год весной у него по несколько дней гостит диктатор, но, как видно, никому ни слова не говорит об этих посещениях. Руфи и золото, а не человек, молил никому, кроме тебя, всего этого не рассказывать. Он поразительное существо, этот старый африканец. По-моему, он чтит желание коллеги, чтобы о нем забыли. Я поступаю, как он просит, и уверена, что и ты последуешь моему примеру. Меня просто ужас берет, до чего длинно мое письмо. Приезжай как можно скорее. Раздел шестой. Клодия Искапуем своему брату Публию Клодию Пульхру в Рим. 8 сентября. Вилла Квинта Лентула Спинтера и его жены Касси. Пустоголовый. Так в Клодия в насмешку пользуется эпистолярным обычаем того времени сокращенно обозначать заглавными буквами род приветствия. «Если ты и войско здоровы, то хорошо». Заменив две буквы, она пишет «Если ты и твой сброд здоровы, то плохо». Нас опять пощипали. Тайная полиция Цезаря опять завладела одним из их писем, однако брат и сестра сговорили, что невинная переписка будет пересылаться ими почти открыто, через посыльных, в качестве маскировки для настоящих писем, которые будут припрятываться куда тщательнее. «Письмо твое — бессмысленная чушь. Ты пишешь, когда-нибудь и они умрут. Почем ты знаешь? Ни ты, ни он, и никто не знает, когда умрет». Тебе надо строить свои планы с таким расчетом, что он может умереть завтра, а может прожить еще лет тридцать. Только дети, политические краснобаи и поэты разговаривают о будущем так, словно о нем что-то можно знать. К счастью, мы не имеем о нем ровно никакого понятия. Ты пишешь, каждую неделю у него подучие. Припадки эпилепсии у Цезаря. Поверь, это неправда, и ты знаешь, от кого я получаю сведения. Служанка жены Цезаря Абра была рекомендована ей Клодией и за плату осведомляла ее обо всем, что творится в доме Цезаря. Ты пишешь, под взглядом этого циклопа мы бессильно что-либо сделать. Послушай, ты уже не мальчик, тебе сорок лет. Когда ты научишься не ждать счастливого случая, а опираться на то, что у тебя есть, используя каждый день, чтобы укрепить свое положение. Почему ты так и не пошел дальше трибуны? Потому что всегда откладываешь свои планы на будущий месяц. А пропасть между сегодняшним днем и будущим месяцем пытаешься перейти, полагаясь на грубую силу и банду своих громил. Корабельный нос, по-гречески имеется в виду цезарь, правит миром и будет им править то ли день, то ли тридцать лет. Ты ничего не достигнешь и останешься никем, если не смиришься с этим фактом и не будешь из него исходить. Говорю тебе очень серьезно. Всякая попытка не считаться с ним приведет тебя к гибели. Тебе надо вернуть его расположение. Не позволяй ему забывать, что однажды ты оказал ему очень большую помощь. Я знаю, ты его ненавидишь, но это не играет никакой роли. Ведь и он прекрасно знает, что ни любовь, ни ненависть не решают ничего. Где бы он сейчас был, если бы ненавидел Помпея? Присматривайся к нему, пустоголовый. Ты многому научишься. Ты знаешь его слабость, то равнодушие, ту отрешенность, которую люди зовут добротой. Ручаясь, что в душе ты ему нравишься. Он любит непосредственность и простодушие. К тому же, он по существу забыл, какие дурацкие смуты ты затевал. И ручаюсь также, его в тайне забавляет, что ты уже 20 лет заставляешь Цицерона трястись от страха. Присматривайся к нему. Начни хотя бы подражать его трудолюбию. Я верю тому, что он пишет 70 писем и прочих бумаг в день. Они каждый день сыплются на Италию, как снег. Да что я! Они засыпают весь мир от Британии до Ливана. Даже в Сенате, даже на званых обедах за спиной его стоит секретарь. В тот миг, когда в голове его рождается мысль написать письмо, он отворачивается и шептом его диктует. То он пишет какой-нибудь деревне в Бельгии, что они могут взять своим названием его имя и шлет им флейту для местного оркестра, то придумывает, как сочетать еврейские законы о наследстве с римскими обычаями. Он подарил водяные часы городу в Алжире и написал им увлекательное письмо в арабском духе. Трудись, публий, трудись. И помни, этот год мы к нему приспосабливаемся. Все, что я у тебя прошу, — это один год. Я собираюсь стать самой старозаветной дамой в Риме. К будущему лету я добьюсь звания почетной жрицы Весты и руководительницы таинств доброй богини. А ты можешь получить в управление провинцию. Отныне мы будем называть себя клавдиями. Дед заработал несколько лишних голосов, пойдя на плебейское произношение нашего имени. Неприятно, но необходимо. Наша затея с обедом провалилась, и корабельный нос и чечевичка, тоже по-гречески жена Цезаря, отказались прийти. Гикуба не ответила на приглашение. Услышав об этом, вероятно, откажется в последнюю минуту и Цицерон. Будет Азинь и Полеон, а я кем-нибудь заполню пустые места за столом. Катул, я хочу, чтобы ты был с ним мил. Я постепенно от него избавляюсь. Дай мне это сделать так, как я считаю нужным. Ты не поверишь, что с ним творится. Я не более дурного мнения о себе, чем любая другая, но никогда не претендовала на роль всех богинь в едином лице, да вдобавок еще и Пенелопы. Публий. Я ничего на свете не боюсь, кроме этих его жутких эпиграмм. Вспомни, как он ими пригвоздил Цезаря. Все их повторяют. Они прилипли к нему навсегда, как лишай. Я этого не хочу, и потому дай мне самой все уладить». Ты понял, что наш званый обед провалился? Заруби это себе на носу. Никто не придет в наш дом, кроме твоих зеленых усов и дикого козла Кателины. И все же мы это мы. Наши предки вымостили город, и я не позволю об этом забыть. Еще один вопрос, пустоголовый. Чечевичка не для тебя. Я это запрещаю. И думать забудь. Запрещаю. Вот в таких делах мы с тобой и совершали грубейшие ошибки. Подумай, о чем я говорю. Клодия намекает на то, что ее брат соблазнил девственную весталку, а может и на непристойное судебное преследование блистательного Марка Целия Руфа, бывшего своего любовника, которого она обвинила, будто он украл у нее драгоценности. Его успешно защищал Цицерон в речи, где он вскрыл всю малопочтенную биографию брата и сестры, ославив их и сделав посмешищем всего Рима. «Поэтому затвердина крепко», Весь этот год мы будем соблюдать приличие. Я, твоя волоокая, тебя обожаю. Сообщи, что ты обо всем этом думаешь с обратной почтой. Я пробуду здесь еще дня четыре-пять, хотя стоило мне сюда приехать и взглянуть на Кассию и Квинта, как мне тут же захотелось уехать на север. Но я поубавлю их самодовольство, не бойся. Со мной Вер и Мела а послезавтра ко мне приедет и Катул. Ответь мне с этим же посланным. Раздел 6 А. Клодий, Клодии. Вместо ответа Клодий заставил посланного заучить наизусть непристойную брань. Раздел седьмой. Клодия из Капуи, жене Цезаря, в Рим. 8 сентября. Душечка, твой муж — великий человек, но к тому же он еще и большой грубиян. Он очень сухо сообщил мне, что не сможет прийти на обед. Я знаю, ты сумеешь его переубедить. Не падай духом, если первые три или четыре попытки не увенчаются успехом. Будут Азиний Полеон и наш новый поэт Гай Валерий Катул напомни диктатору, что я послала ему все стихи этого молодого человека, какие у меня были, а он мне не вернул ни подлинника, ни даже копий. Ты меня спрашиваешь, как я отношусь к культу Изиды и Азириса? Расскажу об этом при встрече. Конечно, он очень живописен, но по существу чепуха. Для служанок и носильщиков. Я очень раскаиваюсь, что стала водить туда людей нашего круга. В баях такая скука, что египетские обряды помогают скоротать время. На твоем месте я не стала бы просить у мужа разрешения их посещать. Его это только рассердит и причинит вам обоим огорчение. У меня есть для тебя подарок. В Соренто я нашла поразительного ткача. Он ткет такую вуаль, что стоит дунуть, и целый кусок улетит к потолку ты посидеешь, прежде чем эта воздушность снова спустится на землю. Соткана она из рыбьих жабр, как та блестящая ткань, которую носят танцовщицы. Мы с тобой наденем эти наряды на мой званый обед и будем как близнецы. Я нарисовала фасон, и Мопса сразу же начнет шить, когда я вернусь в город. Черкни мне словечко с этим же посланным. И смотри, притащи этого невежу на мой обед. Целую тебя крепко в уголок каждого из твоих прекрасных глазок, как близнецы. Но насколько ты моложе меня? Раздел 7А. Жена Цезаря, Клодии. Обратной почтой. Дорогой мышоночек, я не могу тебя дождаться. Я такая несчастная. Больше так жить невозможно. Дай мне совет. Он говорит, что мы не можем пойти к тебе на обед. О чем бы я его ни попросила, он на все говорит: нет. Нельзя поехать в баи, нельзя пойти в театр, нельзя ходить в храмы Зиды и Азириса. Мне надо с тобой подробно, подробно поговорить. Как мне стать хоть чуточку посвободнее? Каждое утро мы ссоримся, и каждую ночь он просит прощения, но не уступает мне ни на йоту и я никогда не получаю того, что хочу. Конечно, я его очень-очень люблю, потому что он мой муж, но, понимаешь, мне так хотелось бы получать от жизни хоть иногда, хоть маленькое удовольствие. Я так часто плачу, что стало страшной уродиной. Тебе даже будет противно на меня смотреть. Можешь не сомневаться, что я снова и снова буду просить его пойти к тебе на обед. Но, увы, ведь я его знаю. Вуаль должно быть просто чудо. Приезжай поскорей. Раздел восьмой. Дневник Цезаря. Письмо Луцию Мамилию Турдину. Видимо, написано между 4 и 20 сентября. 970. -е. О законах, о праве первородства и отрывке из Геродотом. 971. -е. О поэзии Катулла. Большое спасибо за шесть комедий Минандра. Я еще не успел их прочесть, дал переписать. Скоро верну подлинник, а может и какие-нибудь свои заметки по их поводу. Да, у тебя, видно, богатая библиотека. Нет ли в ней каких-нибудь пробелов, которые я смог бы заполнить? Сейчас я шарю по всему свету в поисках подлинного текста Эсхиловой ликургии. Мне понадобилось шесть лет, чтобы напасть на пирующих и вавилонян Аристофана, и их я послал тебе прошлой весной. Последняя пьеса, как ты, наверное, заметил, в плохом списке какие-то таможенники в Александрии записывали на нем перечень грузов. Я вложил в пакет, который отправляю на этой неделе, пачку стихов. Старые шедевры пропадают, новые по воле Аполлона появляются на смену. Стихи написаны молодым человеком Гаем Валерием Катуллом, сыном моего старого знакомого, живущего недалеко от Вероны. По дороге на север в 50-м году я провел ночь в их доме и помню его сыновей и дочь. Вернее, я помню, что брат поэта, он уже умер, понравился мне гораздо больше. Тебя удивит, что лесбия, к которой обращены стихи, никто иная, как Клодия Пульхра, та самая, которой мы с тобой когда-то писали стихи. Клодия Пульхра. Такая странная игра закономерности виновна в том, что женщина, которая перестала находить в своей жизни какой-либо смысл и живет лишь тем, чтобы сообщать всему, что ее окружает, разброд, царящий в ее душе, становится в воображении поэта предметом обожания и вдохновляет его на такие блистательные стихи. Говорю тебе совершенно серьезно, больше всего на свете я завидую дару высокой поэзии. Я приписываю великим поэтам способность напряженно вглядываться в мир и создавать гармонию между тем, что таится внутри нас и вовне. А Катул вполне может быть причислен к таким поэтом. Но неужели и высшие натуры способны так же обманываться, как и простые смертные. Меня огорчает не его ненависть ко мне, а его любовь к хлодии. Не могу поверить, что он увлечен только ее красотой, и что красоты телесной достаточно, чтобы произвести на свет такое совершенство, речи и мысли. Может он сумел разглядеть в ней достоинство, скрытые от нас? Или видит в ней душевное величие, которым она, безусловно, обладала, прежде чем погубила себя и сделалась предметом ненависти и посмешищем всего города? Для меня эти вопросы связаны с первоосновами самого бытия. Я буду и дальше в них разбираться и сообщу тебе, что мне удалось выяснить. 972. О политике и назначениях на должности. 973. -е, касательно некоторых нововведений в «Таинствах доброй богини». Смотри документ 93 А. 976. -е, рекомендации слуге. 977. -е, о вражде к нему Катона, Брута и Катулла. «Я посетил Катона в день поминовения его великого предка». Как я тебе уже говорил, переписка с тобой оказывает на меня странное действие. Я вдруг начинаю вдумываться в явления, которых раньше не замечал. Мысль, которую я в тот миг поймал на кончике пера и хотел сразу же отбросить, такова. Из четырех людей, которых я больше всего уважаю в Риме, трое питают ко мне смертельную вражду. Я имею в виду Марка Юния Брута, Катона и Катулла. Вероятно, и Цицерон был бы рад от меня избавиться. Сомнений тут быть не может. До меня доходит множество писем, не предназначенных для моих глаз. Я привык к тому, что меня ненавидят. Еще в ранней юности я понял, что не нуждаюсь в хорошем мнении даже лучших из людей, чтобы утвердиться в своих поступках. По-моему, только поэт более одинок, чем военачальник или глава государства, ибо кто может дать ему совет в том беспрерывном процессе отбора, каковым является стихосложение? В этом смысле ответственность и есть свобода. Чем больше решений ты вынужден сам принимать, тем больше ты ощущаешь свободу выбора. Я полагаю, что мы не имеем права говорить о своем самосознании, если не испытываем чувство ответственности и сильнейшая опасность моему чувству ответственности будет грозить тогда, когда мне хотя бы чуть-чуть захочется завоевать чье-то одобрение, будь то Брут или Катон. Я должен принимать свои решения так, словно они не подвластны оценке других, словно за мной никто не следит. И однако же я политик. Мне приходится изображать, что я почтительнейше внимаю мнению других. Политик — это человек, который притворяется, будто так же жаждет почета, как и все остальные, но успешно притворяться он может только тогда, когда в душе свободен от этой жажды. Вот в чем основное лицемерие политики, и вождь достигает конечной победы только, когда люди испытывают страх, ибо подозревают, хоть и не знают наверняка, что ему безразлично их одобрение, что он к нему равнодушен и что он лицемер. «Как?» — говорят они себе. «Как? Неужели в этом человеке не копошится тот клубок змей, который таится в каждом из нас, причиняет нам муки, но и дает наслаждение?» Жажда похвалы, потребность в самооправдании, утверждение своего «я», жестокость и зависть. Дни и ночи я провожу под шипение этих змей. Когда-то я слышал его и в собственной утробе. Как я заставил их замолчать, сам не знаю, хотя интереснее всего было бы знать, что на подобный вопрос ответил бы Сократ. Не думаю, что ненависть Марка Брута, Катона и этого поэта рождены таким клубком змей. В сущности, их ненависть идет от ума, от их взглядов направления государством — и свободу. Даже если бы я поставил их на то место, которое я занимаю сам, и показал распростертый внизу мир, таким, каким его видно только отсюда, даже если бы я рассек свой череп и открыл им опыт всей своей жизни, а я был сто крат ближе к людям и власти, чем они, даже если бы я смог перечесть строка за строкой писания тех философов, которым они привержены, Историю тех стран, где они ищут себе образец, и тогда я не мог бы надеяться, что заставлю их прозреть. Первый и последний учитель жизни ⁇ это сама жизнь. И отдача себя этой жизни безбоязненная и безраздельная. Людей, которые это понимают, Аристотель и Платон могут многому научить. А вот тех, кто ставит себе всяческие рогатки и разлагает свой дух умствованиями, даже самые высокие учителя могут привести только к ошибкам. Брут и Катон твердят «свобода, свобода» и живут, чтобы навязать другим ту свободу, которую не дают себе сами. Суровые, не знающие радости люди, они кричат своим ближним — Будьте так же веселы, как веселы мы, и так же свободны, как свободны мы. Катона ничему не научишь. Брута я послал губернатором в Ближнюю Галлию для обучения. Октавиана я держу рядом с собой, чтобы он пригляделся к государственной службе. Скоро я выпущу его на арену. Но за что меня ненавидит Катул? Неужели и великие поэты могут пылать негодованием, заимствованным из старых учебников. Неужели великие поэты — дураки во всем, кроме своей поэзии? Неужели их взгляды формируются застольной беседой в Эмилиевом клубе для плавания и игры в шашки? Признаюсь, дорогой друг, я был сам поражен, почувствовав в себе слабость, головокружительную слабость, Ох, как мне захотелось, чтобы меня понял такой человек, как Катул, и прославил в стихах, которые не скоро будут забыты. 978. -е. Об основах банковского дела. 979. -е. О подпольной деятельности в Италии неких лиц, подстрекающих к его убийству. Смотри ниже, раздел 111. -й. 980-е. Помнишь, куда приглашал нас охотиться рыжий сцеволов то лето, когда мы вернулись из Греции? Второй урожай пшеницы обещает быть в тех местах очень хорошим. Цезарь дает обиняком деловой совет, чтобы не привлечь внимание своих секретарей. 981 -е о бедности прилагательных в греческом языке, мешающей определять цвета. 982. -е. О возможном упразднении всех религиозных обрядов. Вчера ночью, мой благородный друг, я сделал то, чего не делал уже много лет. Написал эдикт, перечел его и порвал. Я позволил себе нерешительность. Последние несколько дней я получал уже совсем бессмысленные донесения от потрошителей птиц и толкователей грома. Более того, суд и сенат были два дня закрыты от того, что один орел неосторожно обронил помет на расстоянии полета стрелы от Капитолия. Терпению моему пришел конец. Я отказался лично молить богов о милосердии, изображая испуг и уничижение. Жена и даже слуги смотрели на меня косо. Цицерон удостоил меня советом потакать народным суеверием. Вчера ночью я осел и набросал эдикт, отменяющий коллегию Авгуров, объявил, что отныне не будет неблагоприятных дней. Я подробно излагал своему народу причины, побудившие меня к такому решению. Разве когда-нибудь я чувствовал себя счастливее? Что доставляет больше радости, чем прямота? Я писал а мимо моего окна проплывали созвездия. Я распустил коллегию девственных весталок, я отдал замуж дочерей самых знатных семейств, и они народили Риму сыновей и дочерей. Я закрыл двери храмов, всех храмов, кроме святилища Юпитера. Я скинул богов назад в пучину невежества и страха, откуда они явились, в то предательское полунебытие, где фантазия порождает утешительную ложь. И наконец настала минута, когда я отодвинул в сторону все, что написал, и начал сначала, утверждая, что и сам Юпитер никогда не существовал, что человек один в мире, где не слышно никаких голосов, кроме его собственного, в мире не благоприятствующем ему и не враждебном, а таком, каким человек его сотворил. Но, перечтя то, что было написано, я уничтожил свой эдикт. Я уничтожил его не потому, что говорил Цицерон, не потому, что отсутствие государственной религии загонит суеверие в подполье и придаст верованиям тайны еще более низменный характер, что, кстати, уже происходит. Не потому, что такая кардинальная мера подорвет общественный строй и народ погрузится в страх и отчаяние, подобно овцам, попавшим в буран, Природа некоторых реформ такова, что расстройство от постепенных перемен бывает ничуть не меньше того, какое вызывают резкие решительные повороты. Нет, и руку мою, и волю остановили невозможные последствия такого шага. Воспротивилось что-то во мне самом. Самое мое существо. Я сам не был уверен в своей правоте. Уверен ли я, что нашим существованием не правит некий разум и что во Вселенной нет тайны? Пожалуй, уверен. Какую радость, какое облегчение испытывали бы мы, если бы могли быть в этом убеждены. Тогда я, наверное, захотел бы жить вечно. Как страшен и величествен был бы удел человека, если бы он сам без всякого руководства и утешения извне находил бы в самом себе смысл своего существования и правила, по которым он должен жить. Мы с тобой давно решили, что богов не существует. Помнишь тот день на Крите, когда мы окончательно пришли к этому выводу и договорились разобраться во всех его последствиях? Мы сидели на скале, бросали камешки в воду и считали черепах. Мы дали обед никогда не допускать тут малейших сомнений. С какой мальчишеской беспечностью мы установили, что душа угасает вместе с телом. Наш язык не может передать, с какой силой Цезарь выразил эту мысль по латыни. Самый строй этой фразы передает щемящее чувство отречения и горя. Адресат письма понял, что Цезарь намекает на смерть своей дочери Юлии, жены Помпея, невосполнимую утрату своей жизни. Мамилий Турин был с Цезарем в Британии, когда туда пришла весть о ее смерти. Мне казалось, что я ничуть не усомнился в непреложности этого суждения. Однако есть только один способ утвердиться в чем-нибудь — совершить рискованный поступок в согласии со своими убеждениями составляя вчера ночью эдикт, и предвидя его последствия, я был вынужден сурово разобраться в себе самом. Я с радостью снесу любые последствия, если буду уверен, что истина в конечном счете придаст новые силы миру и всем, кто в нем живет, но лишь в том случае, если я буду действительно уверен, что в этом уверен. Но какое-то сомнение все же останавливает мою руку. Я должен быть уверен в том, что нигде, даже в самом далеком уголке моего сознания, не таится мысль о том, что во Вселенной или за ее пределами существует разум, влияющий на нас и управляющий нашими поступками. Если я признаю возможность такого чуда, все остальные чудеса хлынут следом. Тогда существуют и боги, которые внушили нам, что такое совершенство, и надзирают за нами. Тогда у нас есть и душа, ее вдыхают в нас при рождении, и она переживает нашу смерть. Тогда есть и воздаяние, и кары, придающие смысл малейшему нашему поступку. Да, друг мой, я не привычен к колебаниям, но я колеблюсь. Ты знаешь, я не склонен к рефлексии, Каким бы суждением я ни пришел, я прихожу к ним, сам не знаю как, но мгновенно». Я не мастер размышлять, и с шестнадцатилетнего возраста отношусь к философии с раздражением. Для меня это заманчивая, но бесплодная гимнастика ума, бегство от обязанностей повседневной жизни. В моей жизни и в той, что вижу вокруг, я с горечью наблюдаю четыре области, где может таиться такая чудесная сила эротика. Разве мы не чересчур просто объясняем то, что несет с собой это пламя, населяющее мир людьми? Лукреций, может быть, и прав, а наше вечное шутовство — ошибка. По-моему, я всегда знал и только не хотел в этом признаться, что всякое без исключения любовь — это часть единой, всеобъемлющей любви, и что даже мой разум, который задает эти вопросы, даже он пробуждается, питается и движим только любовью. Истинная поэзия. Поэзия и в самом деле основной путь, по которому в нашу жизнь входит то, что больше всего нас ослабляет. В ней легко найти утешение и ложь, примиряющие с невежеством и безволием я от всей души ненавижу всякую поэзию, кроме самой лучшей. Но что такое великая поэзия? Просто высочайшее проявление человеческой мощи или потусторонний голос? Тот проблеск какого-то высшего знания и блаженства, сопутствующий моей болезни, от которого я не могу отмахнуться — эта фраза свидетельствует о беспредельном доверии, которое Цезарь питал к тому, кому он пишет. Цезарь никому не разрешал упоминать о своих припадках эпилепсии. И, наконец, не могу отрицать, что временами я ощущаю, будто и моя жизнь, и мое служение Риму определяются какой-то вне меня существующей силой. Очень может быть, друг мой, что я самый безответственный из безответственных людей и уже давно мог бы принести Риму все те беды, от которых страдают государства, не будь я орудием высшей мудрости, избравшей меня за мои слабости, а не за мои сильные стороны. Я не подвержен сомнениям и быстро принимаю решения, вероятно, только благодаря сидящему во мне демону чему-то явно постороннему, что является воплощением любви, которую боги пытают к Риму. И его-то и обожествляют мои солдаты, ему по утрам возносит молитвы народ. Несколько дней назад я в гордыне своей писал тебе, что не ценю мнения о себе других людей и что ни у кого не ищу совета. А вот к тебе я за ним обращаюсь. Подумай обо всем, что я написал, и поделись со мной своими мыслями, когда мы встретимся в апреле. А пока что я всматриваюсь во все, что происходит у меня внутри и вокруг меня, особенно в любовь, поэзию и судьбу. Теперь я вижу, что те же вопросы задавал себе всю жизнь, но человек ведь не знает, что он знает. Или хотя бы желает знать, пока ему не брошен вызов, и не пришла пора рискнуть всем, что у него есть. Мне брошен вызов. Рим опять требует, чтобы я превзошел самого себя. А времени у меня осталось уже мало. Раздел девятый. Кассия, жена Квинта Лентула Спинтера, из ее виллы в капуе, досточтимый деви. Дометили Аппии, двоюродной сестре Клодии, девственной висталке. 10 сентября. Наша долголетняя дружба, дорогая Дометилла, вынуждает меня немедленно писать тебе о решении, которое я приняла. Я решила просить об отстранении Клаудиллы, Клодии Пульхры, от участия в таинствах доброй богини. Я понимаю всю серьезность своего поступка. Клаудилла остановилась в моем доме на три дня по дороге из Бай в Рим, и тут произошел ряд событий, которые я считаю себя обязанной тебе изложить. По приезде она рассыпалась в любезностях. Она всегда делала вид, будто любит меня, моего мужа и моих детей, и не сомневается в том, что и мы любим ее. Однако я давно знаю, что она никогда не любила ни одной женщины, даже своей матери, да, пожалуй, и ни одного мужчины. Как тебе известно, принимать в доме Клодию все равно, что принимать проконсула, возвращающегося из своей провинции. Она приезжает с тремя приятелями, десятком слуг и дюжиной верховых, сопровождающих ее носилки. «Ну, мы с мужем давно усвоили, что твоя двоюродная сестра не переносит зрелище чужого счастья. В ее присутствии мы не позволяем себе обмениваться ласковыми взглядами, не смеем целовать детей, боимся показать новшество на нашей вилле, избегаем любоваться произведениями искусства, собранными мужем. Однако бессмертные боги, Одарили нас счастьем, и мы недостаточно хитры, чтобы притворяться, даже когда гостеприимство и требует, чтобы мы выглядели брюзгливыми и недовольными своей судьбой. Клодия вначале всегда хорошо себя ведет. В первый день она была со всеми приветлива, даже муж признал, что она прекрасная собеседница. После обеда мы играли в портреты. И она, как сказал муж, нарисовала такой прекрасный портрет диктатора, лучше которого и представить себе нельзя. Конечно, то, что я расскажу, может тебе показаться не таким важным, как мне. Кое-что ты сочтешь даже мелочью. На второй день она решила все поставить вверх дном. И беда не в том, что она оскорбила меня, но она огорчила мужа и это приводит меня в бешенство. Муж увлекается генеалогией и гордится доблестью рода лентулов-спинтеров. Она подняла их на смех. «Ах, дорогой Квинт, не можешь ведь ты всерьез и так далее. Какие-то там градоправители у этрусков, но никто ведь на самом деле не верит, что их хотя бы приметил Анг Марций. Ну, семья, конечно, Квинт у вас почтенная». Я, правда, в этих делах не разбираюсь, а она помнит все родословные вплоть до Троянской войны. Она сама прекрасно знала, что лжет, и только старалась отравить мужу жизнь, что ей удалось. Не предупредив, она пригласила к нам поэта Гая Валерия Катулла. Мы были рады ему, особенно мои дети, хотя предпочли бы видеть его одного. При ней он либо на седьмом небе, либо в аду. На этот раз он был в аду, а вскоре и все мы вместе с ним. Пойми, Дометилла, да я не бодрствую по ночам, подглядывая, посещают ли мои гости покои друг друга, но мне не нравится, когда мой дом используют для такого жестокого надругательства. Поскольку твоя кузина сама пригласила Валерия Катулла, я могла предполагать, что она благосклонна к любви, которую он так прославил в своих, на мой взгляд, прекрасных стихах но, видимо, я ошибаюсь. Она избрала мой дом не только для того, чтобы запереть перед ним свою дверь, но и чтобы запереться здесь с другим, с этим жалким поэтишкой Вером. Муж проснулся ночью от шума в конюшне. Это Катул хотел взять лошадь, чтобы тут же уехать в Рим. Он был вне себя от ярости, пытался извиняться, что-то бормотал, плакал. В конце концов муж увел его через дорогу на старую виллу и не оставлял до утра. Даже Висталка, дорогая моя Дометила, может понять, каким постыдным было ее поведение, как оно опозорило наш женский пол, и сколько в этом подлости. На утро я с ней заговорила об этом. Холодно на меня поглядев, она заявила, «Все очень просто, Кассия. Я не позволю ни одному мужчине, понимаешь, ни одному воображать, будто он имеет на меня какие-то права. Я совершенно свободна». Катул претендует на власть надо мной. Мне надо было тут же ему показать, что ничьей власти я не признаю. Вот и все. Я сразу не нашла, что ответить. Но потом мне пришли в голову тысячи возражений. Надо было дать волю первому побуждению и попросить ее немедленно оставить мой дом. Когда мы в тот день кончали обедать, дети пришли во двор со своим воспитателем, чтобы перед заходом солнца вознести у алтарей молитвы. Ты знаешь, как набожен муж, да и все у нас в доме. Клодия в их присутствии стала насмехаться над обрядом с солью и возлияниями. Я больше не в силах была терпеть. Я встала и попросила всех уйти со двора. Когда мы остались одни, я предложила ей покинуть наш дом вместе со всеми своими спутниками. В четырех милях от нас на дороге есть постоялый двор. Я сказала, что буду ходатайствовать о ее недопущении к таинствам. Она молча на меня смотрела. Я сказала, «Вижу, ты даже не понимаешь всей оскорбительности твоего поведения. Если тебе удобнее, можешь уехать утром» и ушла. Утром она вела себя крайне корректно и даже извинилась перед мужем за те слова, которые могли показаться ему неприличными, но я от своего решения не отказалась. Раздел десятый. Клодия по дороге в Рим, Цезарю. 10 сентября из постоялого двора на 20-й миле к югу от Рима. Письмо написано по-гречески сын Ромула, потомок Афродиты. Я поняла всю меру твоего презрения, получив письмо, где ты сожалеешь, что не можешь присутствовать на обеде у моего брата. Оказывается, в этот день ты занят в испанском комитете. И ты говоришь это мне, хотя я отлично знаю, что Цезарь делает все, что хочет, а тому, чего он хочет, беспрекословно повинуются и испанский комитет, и напуганные проконсулы. Ты давно внушил мне, что мне нельзя видеть себя наедине и нельзя приходить в твой дом. Ты меня презираешь, я это понимаю. Но у тебя есть обязательства по отношению ко мне. Ты сделал меня тем, чем я стала. Я твое творение. Ты чудовище сделал чудовищем и меня. Мои посягательства не имеют ничего общего с любовью. Не говоря даже о любви, не говоря ни о какой любви, я твое творение. И чтобы тебе не докучать тем, что зовется любовью, я сделала с собой то, что сделала, ударилась в скотство. Ты, понимающий все, как бы ты ни напускал на себя благородство и равнодушие, понимаешь и это. Но может твоя показная тупость не позволяет тебе знать то, что ты знаешь. Тигр, зверь, герканский тигр, у тебя есть обязательства по отношению ко мне. У тебя есть обязательства по отношению ко мне. Ты научил меня всему, что я знаю, но остановился на полпути. Ты утаил от меня самое главное. Ты научил меня тому, что мир неразумен когда я сказала «Это уж ты помнишь и помнишь, почему я это сказала, что жизнь ужасна?» Ты сказал «Нет, жизнь и не ужасна, и не прекрасна. Жизнь человеческая не поддается оценке и лишена смысла. Ты сказал, что Вселенная и не ведает о том, что в ней живут люди». «Сам ты в это не веришь. Я знаю, знаю, что ты мне должен сказать что-то еще». Кто же не видит, что ты ведешь себя так, будто в чем-то для тебя есть смысл, есть разумность, но в чем? Я бы могла стерпеть свое существование, если бы знала, что и ты несчастен. Но я вижу, что это не так, а значит, ты мне должен сказать что-то еще. Понимаешь? Должен. Зачем ты живешь? Зачем ты трудишься? Почему ты улыбаешься? Один мой друг, если допустить, что у меня есть друзья, описал мне, как ты вел себя у катона. Ты был приветлив, обворожил общество, всех рассмешил и без конца разговаривал, ну кто бы в это поверил, с Симпронией Метеллой. Неужели тобой движет тщеславие? Неужели тебе достаточно знать, что в Риме, да и за его пределами твои будущие биографы расписывают тебя человеком великодушным и полном обаяния? Твоя жизнь не ограничивалась позированием перед зеркалом. Кай, кай, скажи, что мне делать, скажи мне то, что мне нужно знать. Дай хоть раз с тобой поговорить, дай тебя послушать. Позже. Нет, я не буду к тебе несправедливо, хотя ты несправедлив ко мне. Не ты один, сделал меня тем, чем я стала. Хотя ты и довершил эту работу. Чудовищное превращение сотворило со мной жизнь. Но ты единственный из живых знаешь мою историю и это накладывает на тебя обязательства, ведь нечто подобное жизнь сотворила и с тобой. раздел 10 а цезарь Клодии Не обратной почтой, а дня на четыре позднее. «Жена моя, тетка, я придем к тебе на обед. Не говори никому, пока не получишь от меня официального подтверждения. Ты пишешь мне о том, что я тебе говорил. Либо ты обманываешь себя, либо меня, либо тебя подвела память». Надеюсь, что в беседе твоих гостей, а мне говорят, что в их числе Цицерон и Катул, Будут затронуты темы, о которых и ты кое-что знала, но успела забыть. Тебе известно, до какой степени я восхищался тем, чем ты была. Вернуть это восхищение, как и многое другое, в твоих силах. Мне всегда было трудно снисходительно относиться к тем, кто себя презирает или осуждает. Раздел одиннадцатый. Цезарь Помпеи. 13 сентября из своей канцелярии в 8 часов утра. Надеюсь, дорогая жена, ты поняла всю несправедливость твоих утренних упреков. Прошу простить меня за то, что я ушел, не ответив на твой последний вопрос. Мне очень горько тебе в чем-то отказывать, и вдвойне горько снова и снова отказывать в одной и той же просьбе, повторяя доводы, которые прежде по твоим же словам для тебя были понятны, убедительны, и приемлемы. А так как повторять одно и то же утомительно мне и обидно тебе, разреши мне изложить кое-какие свои соображения письменно. Я ничего не могу сделать для твоего двоюродного брата. С каждым днем сведения о его жестокости и распутстве на острове Корсика распространяются все шире. Это может превратиться в громкий общественный скандал. Враги захотят возложить ответственность на меня, что отнимет много времени, которое я мог бы употребить на другие дела. Я тебе говорил, что я могу дать ему любую военную должность в пределах разумного, но в течение пяти лет не буду назначать ни на один административный пост. Повторяю, тебе не подобает посещать религиозные службы в храме Азириса. Я знаю, там происходит много удивительного, чему нелегко найти объяснение. Знаю также, что египетские обряды возбуждают сильные чувства, и верующие уходят в том состоянии, какое и они, и ты называете счастливым и возвышенным. Поверь, дорогая жена, я тщательно изучил эти египетские верования. Они представляют опасность для нашей римской натуры. Мы люди деятельные. Мы верим, что даже мелкие решения повседневной жизни имеют моральное значение, что наше отношение к богам тесно связано с нашим поведением. Я знал в Египте женщин, занимающих такое положение, как ты. Время от времени они посещают храмы, чтобы подготовить душу к бессмертию. Они катаются по полу и вопят. Они предпринимают долгие воображаемые путешествия, чтобы отмыть душу и перейти из одной стадии божественного состояния в другую. На утро они возвращаются домой и снова жестоко обращаются со слугами, обманывают мужей, жадничают, орут и ссорятся, потакают своим слабостям и проявляют полнейшее равнодушие к тому, что большинство народа живет в нищете. Мы, римляне, знаем, что наша душа прикована к земным делам, а ее странствие и очищение — всего лишь наши обязанности, наши дружеские отношения и те страдания, которые нам выпадают на долю. Что же касается обеда у Клодии, прошу тебя довериться в этом деле мне. Во всех прочих вопросах я готов привести тебе свои доводы. Я мог бы поступить так же и тут, но письмо мое и так затянулось, а у нас обоих есть более полезные занятия, чем копаться в жизни этой пары. Они могли бы принести незаурядную пользу римскому государству, как и их предки, вместо того, чтобы служить посмешищем толпы и пугать своих сограждан. Все это они хорошо знают сами и не ждут, что мы примем их приглашение. Ты говоришь, что назначенные мной люди повсюду наживаются за счет казны? Я удивился, когда утром это услышал. Мне кажется, дорогая Помпея, что не дело жены, наслушавшись сплетен, дразнить мужа его неумением править или постыдной небрежностью в делах. Куда достойнее было бы просить у него объяснений по поводу клеветы, затрагивающей также и ее честь. Если ты приведешь мне пример такой нечестной наживы, я тебе отвечу и отвечу подробно, потому что мне придется поведать тебе о трудностях управления миром, об уступках жадности способных людей, на которые приходится идти, о вражде, постоянно царящей между подчиненными, о розни между покоренными странами и исконными областями республики, и о тех методах, которыми помогаешь своевольным людям катиться к собственной гибели. Я не могу без конца опровергать твои попреки, в том, что я тебя не люблю, не унижая нас обоих. Все мои заверения не убедят тебя в моей любви, если ты ее не чувствуешь поминутно. Я каждый день возвращаюсь к тебе от своих трудов с самыми нежными намерениями. Я провожу с тобой все время свободное от государственных дел. Даже отказ в твоих просьбах — это лишь забота о твоем достоинстве и счастье. И, наконец, дорогая Помпея, ты меня спрашиваешь, неужели мы не можем получать от жизни хоть какое-то удовольствие? Прошу тебя, не задавая мне этого вопроса, не подумав. Всякая жена неизбежно сочетается браком не только с мужем, но и с тем положением, в каком он находится. Мое не дает тех досугов и той свободы, которыми наслаждаются другие однако твоему положению завидуют многие женщины. Я всячески постараюсь внести побольше разнообразия в твои развлечения, но обстоятельства нелегко изменить. Раздел 12. Корнелий Непот. Заметки. Великий историк и биограф, по-видимому, вел записи событий своего времени, пользуясь самыми разными источниками, которые должны были послужить материалом для будущего труда. Сестра Кая, Аппи, сказала моей жене, что за обедом Цезарь обсуждал с Бальбом, Гирцием и Аппием, возможен ли перевод правительства в Византии или Трою. Рим слишком маленькая гавань, наводнение, резкие перемены погоды, болезни вследствие перенаселения, теперь уже непоправимого, возможность военного похода на Индию. Снова обедал с Катулом в Эмилиевом клубе для плавания и игры в шашки. Очень приятное общество. Молодые аристократы, представители самых знатных родов Рима, расспрашивал их о предках – от их полнейшего неведения и должен добавить равнодушие, мне стало грустно. Они избрали Катула своим почетным секретарем, по-моему, из деликатности, зная, как он беден, а теперь ему обеспечена прелестная квартира прямо над рекой. Он у них и поверенный, и советчик. Они рассказывают ему обо всем, о своих ссорах с отцом, с любовницей, с ростовщиком. Трижды во время обеда дверь распахивалась, вбегал взволнованный член клуба с криком «Где Сермион?» Кличка, данная ему по имени его летней дачи на озере Гарда, и уединялся с Катулом в углу, где они шепотом совещались. Но его популярность, видимо, нельзя приписать тому, что он все им спускает. Он не менее строг с ними, чем их отцы, и хотя весьма распущенный язык, в быту непритязателен и пытается привить им склонность к старинному римскому образу жизни. Странно. Друзей своих он выбирает из числа наименее образованных членов клуба, или, как он сам их зовет в лицо, варваров. Один из них рассказал мне, что Катул в трезвом виде никогда не разговаривает о литературе. По-видимому, он и более вынослив, чем кажется по виду, и менее крепок здоровьем. С одной стороны, он может перещеголять чуть ли не всех своих товарищей в тех состязаниях в силе и устойчивости, которые обычно затеваются на исходе пирушек, перебраться по потолку, перекидываясь с одной балки на другую, переплыть тибр, держа в одной руке орущую кошку, которая должна остаться сухой. Это ведь он украл золотую черепаху с крыши Тибуртинского клуба «Гребли», о чем подробно говорится в песне, написанной им для своей команды. С другой стороны, он явно слаб здоровьем. Кажется, у него болезнь не то селезенки, не то кишечника. Его любовная связь с Клодией Пульхрой всех изумляет. Надо разузнать подробности. Марина Сестра нашего второго повара служит в доме у диктатора. Она со мной откровенна. Какое-то время припадков священной болезни не было. Диктатор проводит все вечера дома со своей женой. Он часто поднимается среди ночи, уходит в свой кабинет, нависающий над скалой, и работает. Там у него стоит походная койка, и порой он спит на открытом воздухе. Марина отрицает, что у него бывают приступы ярости. Все говорят, господин, что он приходит в бешенство, но это, наверное, в Сенате или в суде. За пять лет я только три раза видела, как он вспылил, но он никогда не сердится на слуг, даже если они допускают ужасные ошибки. Хозяйка часто выходит из себя и грозит нас высечь, а он только смеется. Мы все трясемся от страха в его присутствии, даже не пойму почему, ведь добрее хозяина нет на свете. Наверное, потому что он все время за нами наблюдает и видит нас насквозь. Глаза у него обычно улыбаются, словно он знает, что за жизнь услуг и о чем мы разговариваем на кухне. Мы очень хорошо понимаем того повара, который покончил с собой, когда загорелся очаг в доме были важные гости, домоправителю не хотелось докладывать хозяину, и поэтому он заставил повара сказать о том, что случилось. Повар вошел и сказал, что обед испорчен, а диктатор только засмеялся и спросил, а финики и салат у нас есть? И тогда повар пошел в сад и зарезался кухонным ножом. Хозяин так рассердился, ну просто ужас, когда узнал, что Филимон — его любимый писец, проживший у него долгие годы, хотел его отравить. И это был даже не гнев, а какой-то гнет, ужасный гнет. Помните, он не позволил его пытать, а приказал, чтобы его тут же убили. Начальник полиции очень разозлился. Он надеялся под пыткой узнать, кто его подослал. Но то, что сделал хозяин, было, по-моему, хуже всякой пытки. Он созвал всех нас в комнату человек тридцать, и долго-долго смотрел на Филимона молча. Можно было слышать, как муха пролетит. А потом заговорил, что живем мы на земле все вместе, и как между людьми понемногу вырастает доверие между мужем и женой, полководцем и солдатом, хозяином и слугой. Страшнее упрека я в жизни не слышала. Когда он говорил, две девушки даже упали в обморок. Казалось, будто в комнату сошел сам Бог. Мою хозяйку потом даже вырвало. Октавиан вернулся домой из школы в Аполлонии. Он очень молчаливый мальчик и ни с кем никогда не разговаривает. Слышала, как секретарь Скрита говорил секретарю из Римени, что в Рим, может быть, приедет египетская царица. Это ведьма Клеопатра. Хозяйка может вертеть им, как хочет. Стоит ей заплакать, и он совсем теряет рассудок. Мы этого не понимаем, потому что он всегда прав, а она нет. На обеде был Цицерон. Полон кокетства, жизнь его кончена, чернь неблагодарна и прочее. А Цезаре. Цезарь не философ, вся его жизнь — это долгое бегство — от всякого умствования, но он достаточно умен, чтобы не выставлять на показ убожество своих обобщений. Он никогда не дает беседе перейти на философские темы. Люди его типа так страшатся всяких размышлений, что упиваются своей привычкой мгновенно и решительно действовать. Им кажется, что они спасаются от нерешительности. На самом же деле они просто лишают себя возможности предвидеть последствия своих поступков. Более того, они тешат себя иллюзией, что никогда не совершают ошибок, ибо одно действие стремительно следует за другим, и нет никакой возможности восстановить прошлое и сказать, что другое решение было бы правильнее. Они могут делать вид, будто каждый поступок был вызван непреодолимыми обстоятельствами и каждое решение необходимостью. Это порог военачальников, для которых всякое поражение — триумф, а всякий триумф — почти поражение. Цезарь уверен в безотлагательности всего, что делает. Он старается исключить какую бы то ни было промежуточную стадию между побуждением и поступком. Он водит за собой секретаря, куда бы ни пошел, диктует письма, эдикты, законы в ту самую минуту, когда они приходят ему в голову. Таким же образом он повинуется любой естественной потребности, когда он ее ощущает. Он ест, когда голоден, и спит, когда его клонит ко сну. Много раз во время важнейших совещаний в присутствии консулов и проконсулов, которые ехали с другого конца земли, чтобы посоветоваться с ним, он покидал нас всех и с извиняющейся улыбкой уходил в соседние покои. Но каков был в ту минуту зов природы, нам неизвестно. Быть может, он хотел уснуть, поесть похлебки или обнять одну или трех девочек-любовниц, которых всегда держит под рукой. Должен сказать ему в оправдание, что такие вольности он разрешает не только себе, но и другим. Никогда не забуду, как он был поражен, узнав, что какой-то посол пожертвовал ради такого собрания обедом, и остался голоден. Однако разве до конца поймешь этого человека? Во время осады Дирахи он голодал вместе со своими солдатами, отказавшись от рациона, оставленного для командования. Несвойственная ему жестокость к врагу после снятия осады объяснялась, по-моему, только пережитыми муками голода. Свои привычки он возвел в теорию, по которой выходит, будто отрицая, что ты животное, превращаешься в получеловека. Цицерон не любит подолгу обсуждать Цезаря, но не прочь приукрасить собственный портрет чертами диктатора. И все же мне удалось заставить его вернуться к нашей теме. Каждому человеку нужна аудитория. Наши предки верили, что за ними наблюдают боги. Наши отцы жили, чтобы ими восхищались окружающие для Цезаря богов не существует, и он равнодушен к мнению других. Он живет ради признания потомков. Вы, Корнелий, биографы его аудитория. Вы — его движущая сила. Цезарь пытается прожить великую биографию. В нем не хватает артистизма даже на то, чтобы понять, до чего не схожа реальная жизнь с литературой. Тут Цицерон покатился со смеху он дошел до того, что прибегает в жизни к приему, возможному только в искусстве, к вычеркиванию. Он вычеркнул свою юность. «О да, просто вычеркнул. Его юность, какой он ее себе представляет, какой ее видят все, чистейшее творение его более зрелых лет». А теперь он принялся вычеркивать гальскую и гражданскую войны. Я как-то раз подробно исследовал пять страниц его записок вместе с моим братом Квинтом, который был при Цезаре во время описываемых им событий. Там нет и крупицы лжи. Но на десятой строке истина начинает вопить. Она бегает встрепанная и обезумевшая по притворам своего храма. Она себя не узнает. «Я могу стерпеть ложь!» — кричит она. «Я не могу вынести этого удушающего правдоподобия!» Далее следует отрывок, где Цицерон обсуждает, вероятно ли, что Марк Юний сын Цезаря. Он приведен в документе, открывающем книгу четвертую. Не забывайте, что в течение двадцати решающих лет своей жизни Цезарь был нищим. «Цезарь и деньги». «Цезарь и деньги». Напишет ли кто об этом и когда? Среди самых фантастических мифов Греции нет подобного о а расточителе, не имеющем никаких доходов, а щедром на чужое золото. Сейчас не время в это вдаваться, но, говоря кратко, Цезарь никогда не считал деньги деньгами, если они не пущены в дело. Он никогда не мог воспринимать их как обеспечение будущего, как предмет для хвостовства, свидетельство своего величия, власти или влияния. Деньги для Цезаря становятся деньгами только в тот миг, когда благодаря им что-то происходит. Цезарь понимал, что деньги для тех, кто знает, что с ними делать. Правда, мультимиллионеры явно не знают, что делать со своими деньгами. Они либо их копят, либо пускают пыль в глаза. А вот безразличный к деньгам Цезарь, что, конечно, глубоко поражало и даже пугало богатых, всегда мог найти самое разнообразное применение деньгам. Он всегда мог пустить в ход чужое золото. Он умел выманить золото из ларчиков своих друзей. Но разве его отношение к деньгам не сложнее, чем равнодушие? Разве оно не означает, что он не боится окружающего нас мира, не боится будущего, не боится тех грядущих трудностей, под угрозой которых живет столько людей. А разве страх наш в большинстве своем не память об уже пережитом страхе и уже пережитых трудностях? Ребенок, который не видел, что его старшие боятся грома и молнии, и не думает их бояться. Мать и тетка Цезаря были поразительными женщинами. Вещи пострашнее грома и молнии не заставили бы их измениться в лице. Я не сомневаюсь, что в ужасные времена проскрипции резни, когда они ночью бежали по объятому пожарам краю и прятались в пещерах, подросток мог увидеть в них только спокойствие и самообладание. Может быть, в этом корень всего? Или же он тянется дальше и глубже? Может, он считает себя богом? Потомком рода Юлиев, рожденных Венерой, и поэтому не подвластным мирскому злу, недоступным для земных радостей? Так или иначе, все эти годы он жил без всяких средств в маленьком домике среди простого люда вместе с Корнелией и дочуркой, и при этом оставался патрицием из патрициев. Пурпурная кайма на его тоге не хуже, чем у Лукулла. Он позволял себе возражать красу, противоречить мне. Нет, его никогда не поймешь до конца. Однако же, и это очень тонкое обстоятельство, Цезарь обожает обогащать других. Сейчас враги прежде всего обвиняют его в том, что он позволяет своим приспешникам, приобретать немыслимое состояние, а большинство из них мерзавцы. Но ведь разве это не значит, что он их презирает? Он же считает обладание богатством и его умножение слабостью, нет, что я говорю, трусостью. Пригласил на обед Азиния Полеона. Он говорил о Катулле и о злых эпиграммах поэта на диктатора. Да, но вот что самое странное. В разговорах поэт защищает Цезаря от ругани своих приятелей, а в сочинениях льет на него ушаты яда. И вот что примечательно. Катул, будучи крайне распущен в стихах, на удивление строг в личной жизни сам и также строго судит поведение других. Он, как видно, считает свои отношения с Клодией Пульхрой, о них он никогда не говорит, чистой возвышенной любовью, которую никак нельзя равнять с мимолетными романами приятелей. Его эпиграммы на диктатора, на первый взгляд, политически полны похабщины. Ненависть к Цезарю, как видно, питают два источника — отвращение к общественной аморальности диктатора и отвращение к тому типу людей, которыми диктатор себя окружает и кому он дает обогащаться за общественный счет. Возможно также, что он видит в диктаторе соперника или ревнует к нему Клодию Пульхру задним числом. Раздел 13. Катул Клодии. 14 сентября. 11 и 13 Катул написал два черновика этого письма. Они так и не были отправлены, однако их прочел Цезарь в числе прочих бумаг, взятых в комнате. Катула и переписанных для Цезаря секретной полиции. Эти черновики приведены в книге второй, как документ двадцать восьмой. Я не хочу закрывать глаза на то, что наш мир — обитель мрака и ужаса. Дверь, запертая тобой в капуе, мне об этом говорит. Ты и твой Цезарь пришли, чтобы научить нас вот чему. Ты, что любовь и внешняя красота — обман, он — что в самых дальних уголках сознания таится только жажда самоутверждения. «Я знал, что ты тонешь, ты мне и сама это говорила. Руки твои и лицо еще стараются удержаться на поверхности, но тонуть с тобой я не намерен. Та дверь, которую ты передо мной заперла, была последним зовом о помощи, ибо теперь в тебе может кричать только жестокость». Я не могу тонуть с тобой, потому что у меня осталось еще одно дело. Я еще могу кинуть оскорбление этому миру, который нас оскорбляет. Я могу оскорбить его, создав прекрасное произведение. Я это сделаю, а потом положу конец долгому распятию души. Клаудила, Клаудила, ты тонешь. Ах, если бы я был глух. Ах, если бы я не видел этой борьбы, не слышал этих криков! Раздел 13 -й. А. Клодия Катуллу. В тот же день обратной почтой. По-гречески. «Маленький олень, верно, все верно. Но как же я могу не быть с тобой жестокой? Терпи, мучайся, но не бросай меня. Я все тебе расскажу. Это мое последнее спасение. Приготовься услышать самое страшное. Дядя изнасиловал меня, когда мне было двенадцать лет. И на чем, на ком мне это выместить? Такое. В фруктовом саду в полдень на солнце пеке. Ну вот, теперь я тебе сказала все. Мне ничего не поможет. Я и не прошу помощи. Я прошу только быть моим товарищем в ненависти. Я не могла простить тебе, что ты недостаточно ненавидишь. Приди ко мне, приди ко мне, маленький олень. Ну, что тут можно сказать? Приди. Раздел тринадцатый. Б. Катул. Да, ненавижу и все же люблю. Как возможно, ты спросишь? Не объясню я, но так чувствую, смертно томясь. Перевод Петровского. Раздел 14. Азиний Палеон из Неаполя. Цезарю в Рим. 18 сентября. Азиний Палеон, путешествуя в качестве доверенного лица Цезаря, отвечает на 20 вопросов, присланных ему диктатором. Военачальник. Далее следует несколько страниц, где излагаются в высшей степени специальные операции крупнейших банковских контор, расположенных вблизи Неаполя. Такой же длинный отчет касательно кое-каких проблем управления Мавританией. Потом идет сообщение о том, как в Африке грузят на корабли диких зверей для римских праздничных игр. Вопрос 20. О причинах недоброжелательства Гая Валерия Катулла к диктатору и сообщения о любовной связи поэта с госпожой Клодией Пульхрой. Я много раз пытался выяснить у поэта, почему он питает к вам такую вражду. Имейте в виду, что Валерий натура на редкость сложная и противоречивая. По большей части он рассудителен, терпим и ровен в обращении несмотря на то, что он лишь немногим старше большинства членов нашего клуба Эмилиева для игры в шашки и плавание. Он давно играет там роль советчика и умиротворителя, и, как мы говорим, главы застолья. Однако существуют три темы, о которых он не может ни слышать, ни говорить, не впадая в безудержную ярость. Он бледнеет, краснеет, голос его переходит на крик, а глаза сверкают. Я не раз видел, как он дрожит от гнева. Эти темы — плохие поэты, распутное поведение женщин, вы и кое-кто из ваших приближенных. Я уже имел случай докладывать, что большинство членов клуба сочувствуют республиканцам. Это еще больше относится к двум другим клубам, членами которых состоят только молодые патриции, к Тибуртинскому клубу гребли и к Красным парусам. В клубе «Сорока ступенек», который крайне горд тем, что его учредили вы, дело обстоит иначе. Однако старые клубы в своих республиканских взглядах не идут дальше застольной беседы. Молодые люди очень плохо осведомлены в государственных делах и не настолько ими интересуются, чтобы выслушивать длинные рассуждения на эту тему, в том числе и Валерий. Его недовольство все время меняет мишень. То он обличает безнравственность некоторых правящих лиц, то излагает политические теории, а то приписывает вам ответственность за грабежи, якобы совершенные в пригородах. Меня не покидает мысль, что необъяснимое раздражение, которое он высказывает по трем этим поводам, всего лишь следствие того тяжелого положения, в какое он попал из-за Клодии Пульхры. Надо же было случиться, чтобы из всех женщин Рима он влюбился именно в нее. Когда восемь лет назад он приехал в столицу, Клодия уже была в клубе всеобщим посмешищем, хотя тогда еще был жив ее муж. Смеялись над ней не из-за обилия любовников, а из-за того, как всегда одинаково протекали ее любовные связи. Сначала она пускала в ход свое очарование, чтобы выведать слабости очередного любовника, а потом делала все, чтобы поглубже его оскорбить, ударив самое уязвимое место. К несчастью, она делала это не слишком умело. Ей так не терпелось поскорее унизить любовника, что чары ее быстро теряли силу. Некоторые члены клуба, настроившись, по крайней мере, на полгода блаженства, возвращались посреди первой же ночи, даже не захватив своего плаща. Все, кто знает Валерия, поражены, что он любит эту женщину с такой страстью и так долго. Мой брат а он куда более близок с поэтом, чем я, уверяет, когда тот говорит о Клодии, кажется, что речь идет о человеке, которого мы совсем не знаем. Никто не отрицает, что после Валумнии она на холме самая красивая, несомненно, самая остроумная и даже самая умная, и что развлечения, пикники и обеды, которые она устраивает, не имеют себе равных в Риме. Но Валерий твердит моему брату о ее мудрости о ее доброте к обездоленным, о душевной деликатности, о величии ее души. Я знаю ее уже много лет, мне весело в ее обществе, но я никогда не забываю, что она ненавидит самый воздух, которым дышит всех и вся вокруг. Считается, что тут есть одно исключение — ее брат Публий. У Корнелия Непота есть на этот счет даже теория — ее упорная месть мужчинам, скорее всего, следствие кровосмесительной связи с братом. Возможно, но я так не думаю. Брат раздражает ее, как не очень любящую мать. Страсть или охлаждение после страсти усилили бы и это раздражение, и чувство собственности. Мое восхищение поэтом и даже любовь к нему очень велики. Я был бы просто счастлив, если бы прошло увлечение, которое его так мучит, и он отказался бы от мальчишеского предубеждения против моего военачальника. Госпожа Клодия Пульхра пригласила меня на обед, куда, по ее словам, приглашены и вы, военачальник, и этот самый поэт. Сперва такая затея показалась мне не сулящей ничего доброго, однако, поразмыслив, я решил, что она представит удобную возможность рассеять кое-какие недоразумения. Но я пойму, если вам не захочется присутствовать на этом обеде, и тогда, надеюсь, мне будет позволено устроить вашу встречу с поэтом как-нибудь в другой раз. Раздел 14 А. Корнелий Непот. Заметки. Встретил в термах Азиния Полеона. Сидя в парной, мы снова обсуждали причины ненависти Катула к нашему хозяину. «Тут и сомневаться нечего», — сказал он, — «все дело в Клодии Пульхре». Однако, насколько я знаю, Цезарь не проявлял к ней интереса. «А ты что-нибудь слышал?» Я ответил, что тоже ничего такого не замечал, и откуда бы мне это знать. По-моему, там ничего и не было. В годы, когда он занимался волокитством, Клодия была еще девчонкой. Нет, между ними наверняка ничего не было. Однако по какой-то причине Катул, я в этом уверен, связывает их друг с другом. Эпиграммы на диктатора полны ярости, ожесточения, но обычно бьют мимо. Ты заметил, что все они полны непристойностей? обличать цезаря в бездравственности и в том, что он помогал обогащению кое-каких высокопоставленных лиц, все равно что кидать песок против ветра. В этих эпиграммах есть что-то детское, однако врезаются в память они совсем не по-детски. Тут он зашептал мне на ухо. Ты ведь знаешь, как я восхищаюсь нашим хозяином, и однако же говорю тебе, Лишь человек, который не дал себе труда подумать, не способен выдвинуть против него более конкретные, более убедительные обвинения. Нет-нет, тут дело ясное. Катулом движет ревность. Он помахал руками. Катул одновременно и муж, и ребенок. Надо его знать, чтобы в это поверить. Ты слышал, что сказал Цицерон, когда впервые прочел его любовные стихи? Нет? Катул ⁇ единственный человек в Риме, который серьезно относится к страсти и, скорее всего, последний. Раздел 15. Катул Клодии 20 сентября. Душа моя, душа души моей, жизнь жизни моей. Я проспал весь день. Ах, если бы можно было проспать до пятницы! Какая мука бодрствовать вдали от себя! Какой неутолимый голод спать, но не рядом с тобой! В сумерках я вышел с Аттием, новая мука, думать только о тебе и не говорить о тебе. Сейчас полночь. Я писал, писал, а потом рвал написанное. Ах, нега и безумие любви! Какой язык может их выразить? И зачем мне пытаться? Зачем я родился на свет? Затем, чтобы злые демоны терзали меня, заставляя рассказывать о них? Забудь, ну забудь же все колкости, что мы наговорили друг другу. Страсть — наша радость, и в то же время злобный враг. Боги мстят нам тем, что мы не можем навечно и до конца слиться воедино. Душа ярится от того, что существует тело, а тело? от того, что есть душа. Ну а добьемся того, что удавалось немногим. Давай сгорим оба, чтобы превратиться в одно. И, ах, Клаудила, давай же сотрем прошлое, растопчем его. Поверь, его больше нет. Будь гордой, не позволяя себе вспоминать его, в твоей власти его презреть. Решись каждое утро быть новой утренней Клаудилой. Я целую тебя, чтобы спрятать от тебя свои глаза. Я обнимаю тебя. Я целую тебя, целую тебя, целую тебя. Раздел шестнадцатый. Помпея Клодии. 21 сентября. Вот письмо от него к тебе. Письмо просто ужасное. И мне стыдно его пересылать. И все же, как видишь, я могу прийти. Но не меня за это благодари. Почему ты сразу ему не сказала, что там будет этот поэт? Иногда мне кажется, что мой супруг ни о чем, кроме поэзии, не думает. Чуть ли не каждую ночь он читает в постели мне вслух стихи. Вчера Лукреция. Все насчет каких-то атомов, атомов атомов. Только он не читает, он их знает наизусть. Ох, милочка, он такой странный человек. Всю эту неделю я его просто обожаю, и все равно он такой странный человек. Кладиолла, я только что узнала, какое прозвище дал ему Цицерон. Вот умора. В жизни так не смеялась. Трудно установить, какая из кличек данных Цицероном Цезарю показалась супруге диктатора такой уморительной. Это мог быть просто хозяин или одно из более сложных греческих прозвищ «Аутофидиас». Или человек, живущий так, словно он мастерит собственную статую, или доброжелательный душитель, выражавший недоумение современников по поводу массовой амнистии, дарованной Цезарем своим врагам, и его пугающие неспособности выказывать по их адресу малейшую обиду. Или «Никого здесь нет, кроме дыма» — фраза из «Ос» Аристофана, где человек, запертый дома собственным сыном, отвечает так, когда его застигают за тем, что он пытается сбежать через печную трубу. «Я примерила платье. Это чудо!» Я надену этрусскую тиару, Юбку дала вышить золотыми бусами, на подоле очень густо, а чем выше к талии, тем реже. Не знаю, разрешено ли законами против роскоши, но спрашивать у него не собираюсь. Ты заметила, какой я подала тебе знак во время шествия в день основания Рима? Когда я дерну замочку правого уха, это будет знак тебе. Я, конечно, не смею вертеть головой ни вправо, ни влево, и хотя он за две мили от меня занят своей шагистикой и выкрикивает какую-то тарабарщину, все равно я знаю, что он не спускает с меня глаз. Я учу свой текст. Ты знаешь, для чего? Таинство доброй богини. Понимаешь, душка, у меня ведь нет никакой памяти, да еще это старомодная речь но он мне помогает учить. Верховная жрица сказала, что раз он верховный понтифик, ему позволено кое-что знать. Конечно, не самое ужасное. Как ты думаешь, кто-нибудь из жен осмелился пересказать это своему мужу? Думаю, нет. Я слышала, что тетя Юлия тоже приедет к тебе на обед. Она остановилась у нас. На этот раз я ее заставлю рассказать о гражданских войнах, когда им приходилось есть змей и жаб, и когда они с моей бабушкой поубивали столько людей. Какое странное чувство, наверное, когда кого-нибудь убиваешь. Обнимаю тебя. Раздел 16 А. Цезарь Клодии. Вложено в письмо. Диктатор шлет нижайший поклон благородной госпоже. Диктатор отложил дела, мешавшие присутствовать ему на обеде, и принимает приглашение благородного публия Клодия Пульхра и благородной госпожи. Он также просит у них разрешения пригласить к ним в дом после обеда губернатора Испании и депутацию двенадцати. Диктатору известно, что для гостей благородной госпожи дает представление греческий мим Эрот. Игру этого мима отличает высокий артистизм, однако, говорят, ей сопутствует немало непристойностей, особенно в пантомиме под названием Афродита и Гефест. Крайне нежелательно, чтобы полководцы и правители из Испании и других отдаленных провинций республики вынесли впечатление, что столичные забавы носят подобный характер. Диктатор просит благородную госпожу довести до сведения актера, это замечание диктатора. Диктатор выражает благодарность благородной госпоже и просит пренебречь в начале вечера теми церемониями, которые принято соблюдать в его присутствии. Раздел 17. Цицерон со своей виллой в Тускуле, Тику в Грецию, 26 сентября. Только музы, мой помпонии, могут утешить нас в утрате всего, чем мы дорожили. Мы стали рабами, но даже раб может петь. Я делаю обратное тому, к чему прибег Одиссей, спасая от гибели себя и своих спутников, он залепил себе уши, чтобы не слышать сирен. Я же целиком предался музам, чтобы не слышать предсмертного хрипа республики и последнего вздоха свободы. Я с тобой не согласен. Я виню во всеобщем у души только одного человека. Умирающий призвал этого врача, и он вернул ему все жизненные силы, кроме воли, и тут же превратил его в своего раба. Какое-то время я надеялся, что врач обрадуется выздоровлению больного и даст ему независимость, но эта надежда рассеялась. А потому давай общаться с музами. Это единственная свобода, которую никто не может у нас отнять. Сам врач питает интерес к мелодиям, звучащим из этой вселенской тюрьмы. Он послал мне пачку стихов того самого Катулла, о котором ты поминаешь. Я знаком с молодым человеком, и он даже посвятил мне одно из своих стихотворений. Я знал это стихотворение уже год назад, но клянусь богами так и не понял, что в нем ⁇ хвала или хула. Спасибо и на том, что он не обзывает меня сводником или карманным вором. Эти игривые прозвища не миновали почти всех его друзей. Я не разделяю безмерных восторгов Цезаря. Некоторые стихи не вызывают у меня восхищения, но я питаю к ним слабость. Те, что созданы по греческим образцам, можно назвать самыми блестящими переводами, какие только у нас появлялись. Когда же он отходит от греческих первоисточников, мы сталкиваемся с чем-то довольно странным. Стихи написаны по латыни, но это не римская поэзия. Катул пришел к нам из-за границы и несет с собой то искажение родного языка и образа мыслей, которое не может не захлестнуть нашу поэзию стихи о Клодии, особенно на смерть ее Воробушка, не лишены изящества, но в них есть что-то комичное. Говорят, что они уже нацарапаны на стенах терм, и в городе нет ни одного сирийца разносчика колбас, который не знал бы их наизусть. Воробушек. Говорят, что он часто садился на грудь Клодии на эту довольно исхоженную площадь, куда только изредка пускали птиц. Ну что ж, примем эту анакриантическую погребальную песню о птичке и страстную мольбу о поцелуях без счета. Но что я вижу дальше? Внезапный переход, вернее, отсутствие всякого перехода. И вот уже речь идет о смерти. А там, клянусь Геркулесом, щедро изложены все общие места стоической философии. В небе солнце зайдет и снова вспыхнет нас лишь светоч погаснет жизни краткой, ждет одной беспробудной ночи темень. Это высокая печальная мелодия. Я приказал вырезать слова на стене беседки, повернутой к заходящему солнцу. Но при чем тут воробышек и при чем поцелуи? Между началами и концами этих стихов недопустимая диспропорция. Это уши не греческая и не римская поэзия. Под внешним строем стиха идет тайный ход мысли поэта, ассоциации идей. В гибели воробушка выражена смерть Клодии и своя собственная смерть. А если дорогой мой помпонии, и нам навяжут поэзию с подспудным ходом мысли, у нас скоро воцарится бессмыслица разгуливающая под видом самой тонкой чувствительности. Наш ум и правда, рыночная площадь, где раб стоит бок о бок с мудрецом, или запущенный сад, где рядом с розой растут сорняки. Банальная мысль может в любой миг поссаться и вызвать мысль самую возвышенную, а ту, в свою очередь, можно доказать самой заурядной повседневной подробностью или ей уже сразу оборвать. Но это и есть бессвязность. Это наше внутреннее варварство, из которого вот уже 600 лет пытаются вывести нас Гомер и другие великие поэты. Я встречусь с этим поэтом на обеде, который Клодия дает через несколько дней. Там будет Цезарь. Я намерен так повести разговор, чтобы эти истины до них дошли, в жестокой определенности залог здоровья не только литературы, но и государства. Раздел 18. Донесение тайной полиции о Гае Валерии Катулли 22 сентября. Такие донесения поступали к диктатору ежедневно. В них приводились перехваченные письма, спровоцированные ими подслушанные разговоры, Сведения о лицах или деятельности лиц, имена коих часто указывал полиции сам диктатор. Объект 642. Гай Валерий Катул, сын гая, внук Тита, патриций из области Вероны. Возраст 29 лет. Проживает в Эмилиевом клубе для игры в шашки и плавание. Общается с Виницием Мелой братьями Палеонами, Корнелием Непотом, Луцием Кальконом, Мамилием Таркватом, Арбацием Цинной, госпожой Клодией Пульхрой. Бумаги в комнате объекта были просмотрены. Среди них семейные и личные письма, а также большое количество стихов. Объект не проявляет интереса к политике, и надо полагать, что слежка за ним может быть прекращена. Указания диктатора. Донесения по объекту 642 должны поступать и впредь. Все документы, обнаруженные на квартире объекта, должны быть переписаны и как можно скорее припровождены. Тогда диктатору были предъявлены следующие документы. Раздел 18А. Мать Катула Катулу. Отец принял на себя в городе много новых обязанностей. Он занят с утра до вечера. Урожай хуже, чем мы ожидали. Виноваты в этом частые бури. И псита сильно простудилась, но теперь ей лучше. Собаки твои здоровы. Виктор уже довольно стар. Теперь он почти все время спит у моих ног подле огня. Мы узнали от поверенного Цициния, что ты был нездоров, нам ты об этом не пишешь. Отец очень огорчен. Ты знаешь, какой у нас тут хороший врач, и как бы о тебе заботились. Мы просим тебя приехать домой. Вся Верона знает твои стихи наизусть. Почему ты никогда их нам не посылаешь? Жена Цициния принесла нам больше двадцати стихотворений. Странно, что мы должны получать из рук соседки стихи, которые ты написал на смерть твоего дорогого брата. Отец носит их повсюду с собой. Тяжело об этом говорить. Они прекрасны. Я каждый день молюсь, чтобы бессмертные боги тебя оберегали. Я здорова. Напиши нам, когда сможешь. 12 августа. Раздел 18 б. Клодия Катуллу. Предыдущей весной. Как скучно иметь дело с истеричным ребенком. «Не старайся больше меня видеть. Я не позволю, чтобы со мной говорили в таком тоне. Я не нарушала никаких обещаний, потому что их не давала. Я буду жить, как мне нравится». Раздел 18 В. «Опей, Катуллу». «Вот тебе ключ. Никто тебе не помешает. Комнатами иногда пользуется дядя, но он уехал в Равенну о любовь, властительница богов и людей. Раздел 19. Анонимное письмо, написанное женской рукой под диктовку Клодия Пульхра, жене Цезаря. Мне сообщили знатная и благородная госпожа, что вы приняли приглашение завтра вечером Отобедать у Клодии пульхры. Я бы не посмела отнимать драгоценное время у той, кто так достойно занимает столь высокое положение, если бы не должна была сообщить вам кое о чем, чего вы не можете узнать от других. Это письмо должно послужить вам предостережением, за что вы будете мне только благодарны. К великому моему горю, я узнала, что Клодий пульхр питает к вам чувства, далеко выходящее за рамки обычного восхищения. Он, никогда не знавший, что такое любовь, и, увы, причинивший больше страданий, чем радости нашему полу, наконец-то покорен тем Богом, который никого не щадит. Вряд ли он когда-нибудь признается вам в этой своей страсти. Уважение к вашему бессмертному супругу скует его уста, но его чувство к вам может пересилить долг и честь. Не пытайтесь узнать, кто я. Не скрою, одна из причин, почему я вам пишу, — ревность, ибо теперь вы безраздельно владеете сердцем, в котором, как мне казалось, жила любовь ко мне. Вскоре после того, как будет написано это письмо, я покончу с жизнью, потерявшей отныне всякий смысл и пусть мои предсмертные слова послужат вам предостережением даже ваше благородство не сможет спасти того кто подавал такие блестящие надежды, но кто растратил себя в безрассудном разгуле даже вы не сможете преодолеть влияние его сестры порочнейшие женщин даже вам не отомстить за зло причиненное им нашему полу он верит, что вы могли бы вернуть его на путь добродетели и заставить приносить пользу обществу. Он обманывается. Даже вам, знатная госпожа, это не под силу. Раздел двадцатый. Абра, служанка жены Цезаря, Клодии. 30 сентября. Наши отправятся к вам на обед в три часа. Хозяйка и старая госпожа на носилках сам пешком, сам веселый, сама в слезах. Он заставил меня спороть все золотые бусы с платья, законы против роскоши. Слышала важный разговор. Простите меня, госпожа, старая госпожа долго ее увещевала. Говорят, вам, наверное, запретят. Внизу полустертые не пустят, участвовать в церемониях. Старая госпожа говорит, может, и запретят, может, нет. Хозяйка плачет, просит, чтобы старая госпожа этого не допускала. Хозяйка ходила к самому, просила, чтобы этого не делали. Сам очень спокойный, веселый, говорит, что ничего такого не знает и нечего понапрасну беспокоиться. Пойду причесывать хозяйку. Это на целый час. Хозяйка расспрашивает о вашем брате. Мое нижайшее почтение, госпожа. Раздел 20. Ам. Жена Цезаря Клодии. Случилось что-то ужасное. Когда мы направлялись к вам на обед, трое людей перескочили через стену и пытались убить моего мужа. Не знаю, тяжело ли он ранен. Мы все вернулись домой. Не знаю, что будем делать. Так огорчена, что не попала к тебе на обед. Обнимаю. Раздел. 20 Б. Начальник государственной полиции, начальнику тайной полиции. Мы произвели облаву и задержали 224 человека, застигнутых около места преступления. Приступили к допросам. Шестеро весьма подозрительные. Применяем пытки. Один убил себя перед допросом. У дома Публия Клодия Пульхра собралась толпа разнесся слух, будто диктатор шел туда обедать, и покушение на убийство приписывают приспешникам Клодия. Толпа начала бросать камни и грозит поджечь его дом. Несколько слуг Пульхра пытались сбежать через ворота на Тревульцинский проезд, но были избиты толпой. Позднее. Толпа возле дома ведет себя все более угрожающе. У Клодия Пульхра находился Марк Тулий Цицерон, в одежде бывшего консула. Его проводил домой военный караул. Из толпы в него плевали, кинули несколько камней. В доме остались Клодия Пульхра, молодой человек, назвавшийся Гаем Валерием Катуллом, и одна служанка. Там присутствовал и Азиний Палеон, однако, услышав о покушении, он сразу же отправился к диктатору. Так как он был в военной форме, толпа дала ему дорогу и приветствовала его. Публик лодий Пульхер сбежал, прежде чем мы успели его задержать. Позднее. У дверей дома внезапно появился диктатор в сопровождении Азиния Полеона и шестерых стражников. Его восторжно приветствовали. Он обратился к толпе с просьбой разойтись по домам и возблагодарить богов за его спасение. Он заверил народ, что у него нет оснований подозревать жителей этого дома в покушении на его жизнь он во всеуслышание запретил подвергать пытки кого-либо из подозреваемых, пока он сам их не допросит. Мне он приказал принять все меры к поимке Клодия Пульхра, но обращаться с ним почтительно. Раздел 21. Азиний Полеон, Вергилию и Горацию. Письмо написано лет через 15 после изложенных выше событий. Подагра и нечистая совесть, друзья, первые враги сна. Прошлой ночью они мне долго не давали покоя. Дней десять назад за столом у нашего господина, то есть императора Цезаря Августа, меня вдруг попросили рассказать о любопытных событиях, связанных с несостоявшимся обедом, который Клодия Пульхра давала поэту Катулу, Цицерону и божественному Юлию в последний год его жизни. К счастью, императора вызвали вскоре после того, как я начал свой рассказ, но вы, наверное, успели заметить, как я запинался. Император человек широких взглядов, но он владыка мира, Бог и племянник Бога. Как говорил его божественный дядя, диктаторам надо знать правду, но не надо допускать, чтобы им ее говорили. Я был застигнут врасплох и наскоро старался приноровить свою речь к императорским ушам, но вы двое должны знать правду, и сегодня, диктую свой рассказ, я надеюсь забыться и умиротворить своих ночных мучителей. Мы сидели, ожидая прихода Цезаря и его спутников. Клодия расставила на улице перед домом жрецов и музыкантов, там же собралась большая толпа желающих поглазеть на диктатора. Мы узнали последними, что на его жизнь совершено покушение. С самого начала и по сей день римский народ был уверен, что попытку убить высокого гостя предприняли бандиты, нанятые Клодием Пульхром. Пока мы ждали гостей, через стену, огораживающую двор, к нашим ногам стали падать камни и пучки горящей соломы. Наконец кто-то из перепуганных слуг сообщил нам, что произошло. Клодия разрешила мне пойти к Цезарю домой так как я был в военной форме, мне удалось пройти через толпу без помехи. Позже я узнал, что Цицерон с порога обратился с речью к толпе, напомнил о своих заслугах перед республикой и просил разойтись по домам. Но на толпу его слова не подействовали. Она его осыпала оскорблениями, он едва унес ноги и чудом спас жизнь, а несколько слуг, попытавшихся убежать через садовую калитку, были забиты палками насмерть. Проходя по Палатинскому холму, я увидел следы, пролитой Цезарем крови. Он сидел во дворе своего дома, ему перевязывали раны. Лица слуг были бледны, жена — вне себя от страха. Спокойны были только он сам и его тетка. Убийцы дважды пропороли ему правый бок, от горла до пояса. Врач промывал глубокие раны и накладывал повязки из морского мха. Цезарь нетерпеливо над ним подшучивал. Когда я подошел, я увидел в глазах его то выражение, какое наблюдал у него только на войне в минуты величайшей опасности, взгляд полный какой-то жадной радости. Он подозвал меня поближе и шепотом спросил, что делается у Клодии. Я ему рассказал. «Добрый мой врач», — сказал он, — «поторопись, поторопись, поторопись». Время от времени появлялись агенты тайной полиции и докладывали, как идут поиски. Наконец врач отошел со словами «Цезарь, теперь я поручаю твое исцеление самой природе, а она требует от тебя сна и покоя. Не соизволит ли диктатор выпить это снотворное?» Цезарь поднялся и несколько раз обошел двор, проверяя свои силы. Он с улыбкой поглядывал на меня. «Добрый мой врач», — сказал он наконец, — «я последую твоему совету через два часа, но сперва я должен выполнить свои обязанности». «Цезарь! Цезарь!» — воскликнул врач. Жена кинулась к его ногам, причитая, как кефирида в трагедии. Он поднял ее, поцеловал и властно поманил меня за собой. В дверях он приказал нескольким стражникам следовать за носилками, и мы быстро двинулись по Палатинскому холму. По дороге он должен был остановиться из-за донимавшей его боли или слабости. Молча прислоняясь к стене, он жестом приказал и мне молчать. Несколько минут он тяжело дышал, потом мы снова пустились в путь. Приблизившись к дому Клодии, мы увидели, что полиции никак не удается разогнать толпу. Весь Рим стекался на вершину холма. Когда люди узнали диктатора, толпа взревела и расступилась, чтобы дать ему дорогу. Он шел медленно, улыбаясь направо и налево, кладя руку на плечи тех, кто оказывался рядом. У дверей Клодии он обернулся и рукой подал знак, призывая к тишине. — Римляне, — сказал он, — да благословят боги Рим и всех, кто его любит. Враги ваши покусились на мою жизнь. Тут он распахнул одежду и показал повязку на боку. Воцарилось мертвое молчание, а потом толпа подняла рев полной гнева и скорби. Цезарь спокойно продолжал. «Но я все еще среди вас и по-прежнему могу ревностно служить вашим интересам. Те, что напали на меня, пойманы. Когда мы расследуем это дело до конца, вам доложат обо всем, что мы узнаем. Возвращайтесь домой». Соберите вокруг себя жены, детей, возблагодарите богов, а потом засните спокойно. Каждому отцу семейства будет выдано по мерке пшеницы, чтобы он мог порадоваться вместе со мной и моими близкими счастливому исходу. Ступайте по домам, друзья, не задерживайтесь, ибо ребенок радуется шумно, а муж молча, не выказывая своих чувств. Он постоял минуту, и многие подходили, чтобы коснуться лбом его руки. Мы вышли. На дворе стояла Клодия, встречая его там, где полагалось бы стоять ее брату. Позади нее, в нескольких шагах, высоко подняв голову, ждал угрюмый Катул. Цезарь чинно с ними поздоровался и извинился за отсутствие жены и тетки. Клодия тихо попросила прощения, за то, что нет ее брата. — Мы сейчас обойдем алтари, — сказал Цезарь и обошел их стою неподражаемой смесью безмятежности и строгости, с какой он выполняет все обряды. Улыбнувшись Катуллу, он вознес краткую молитву заходящему солнцу, как это принято в домах к северу от реки По. Вдруг он необычайно развеселился он обнаружил служанку, которая притаилась за одним из алтарей. Шутливо схватив ее за ухо, он отвел ее на кухню. «Надо надеяться, что обед не окончательно испорчен. Приготовь нам хоть одно блюдо, а пока ты его готовишь, мы выпьем. А на наполни чаши. Я вижу, Клодия, ты приготовила обед на греческий манер. Что ж, устроим пиршество беседы» ведь собрано отменное общество, и у нас вдоволь тем». Тут он возложил себе на голову венок со словами «Я буду» по-гречески «владыкой пира». За мной выбор темы — награда благоразумному и кара глупцу. Я пытался попасть ему в тон, но у Клодии словно язык отнялся, и она стояла бледная, не в силах прийти в себя. Катул лежал, не поднимая глаз, пока не выпил несколько чаш вина. Однако Цезарь продолжал оживленно разговаривать с Клодией о законах против роскоши и с Катулом о своем замысле обуздать разливы реки По. Потом, когда столы убрали, Цезарь встал, сделал возлияние и объявил тему нашего симпозиума: Является ли поэзия продуктом человеческого ума или же, как утверждают многие, даром богов. «Прежде чем мы начнем», — сказал он, — Пусть каждый прочтет какие-нибудь стихи, чтобы они напомнили нам, о чем пойдет речь. Он кивнул мне. Я продекламировал «О любовь, владычица богов и людей» из трагедии Еврипида Андромеда, ныне утерянной. Клодия произнесла Призыв к утренней звезде, Сафо, также утерянный. Катул медленно прочел начало поэмы Лукреции. Наступило долгое молчание. Мы ждали, чтобы начал Цезарь, а я знал, что он с трудом сдерживает слезы. С ним часто это бывает. Отпив большой глоток вина, он прочел, сделанной небрежностью, стихи Анакриона. Первому выпало говорить мне. Как вы знаете, я чувствую себя свободнее в торговой конторе или на военном совете, чем в академиях я был рад что припомнив уроки своего учителя смог высказать избитые школьные истины насчет того что поэзия как любовь дарована нам богами и что тому и другому сопутствует одержимость которую все считают состоянием сверхчеловеческим что нетленность великих поэтических образцов сама по себе признак того что источник их сверхчеловеческий и во все творения людей разрушаются всесильным временем а стихи Гомера пережили тех колоссов, что в них описаны, и вечны, как боги, вдохновившие их. Я произнес много глупостей, да еще таких, которые были произнесены не одну тысячу раз. Когда я окончил, Клодия встала и, плотнее закутавшись в тогу, приветствовала владыку пира. Я никогда не относился к Клодии так неприязненно, как большинство моих сограждан. Я знал ее много лет, хотя и не был среди тех, о ком Цицерон сказал, только ее закадычные друзья способны по-настоящему ее ненавидеть». Однако еще ни разу у меня не было случая ею так восхищаться, как в тот вечер. Дома у нее была неурядица. Она имела все основания опасаться, что брат ее убит, а ее саму подозревают в умысле на жизнь диктатора или хотя бы в том, что она заранее о нем знала. Поведение Цезаря должно было казаться ей необъяснимым. Она была бледна, но полна самообладания. Опасность, которой она подверглась, словно осветила ее прославленную красоту, а речь, которую она произнесла, была такой стройной и убедительной, что, когда она кончила, я чуть было не присоединился к ее точке зрения. Она начала с того, что заранее приемлет все кары, которые наложат на нее владыка, ибо знает, что высказанные ею мысли не встретят одобрения в этом обществе. «Если правда, — о владыка произнесла она, — что поэзия дарована нам богами, Тогда мы вдвойне несчастны. Во-первых, потому что мы люди, а во-вторых, потому что о богах нам известно лишь то, что они желают оставить нас в детском неведении и рабской темноте. Потому что поэзия придает жизни красивую видимость, которой она не обладает. Это самая соблазнительная ложь и самая предательская советчица. Ни солнце, ни судьба человеческая не допускают, чтобы на них глядели пристально. На первое мы вынуждены смотреть сквозь драгоценный камень, на вторую — через поэзию. И без поэзии мужчина пойдет на войну, девушка замуж, жена станет матерью, люди похоронят своих мертвецов и умрут сами, однако опьяненные стихами все они устремятся к своему уделу с неоправданными надеждами. Воины якобы завоюют славу, невесты станут пенелопами, матери родят в стране героев, а мертвые погрузятся в лона своей прародительницы земли, навечно оставшись в памяти тех, кого они покинули. Ведь поэты твердят нам, что мы приближаемся к Золотому веку, и люди терпят всевозможные беды в надежде на пришествие более светлые поры, которые осчастливят их потомков. А между тем никакого золотого века не будет. И не может быть такого правления, которое даст каждому человеку счастье, ибо основа мира раздор. Он присутствует повсеместно. Явно и то, что каждый ненавидит всех, кто стоит выше него. Что люди не более охотно расстанутся со своим имуществом, чем Лев позволит вырвать добычу из пасти. И все, чего человек желает добиться, он должен совершить в этой жизни, ибо другое ему не дано. Любовь, которую так красиво изображают поэты, всего лишь потребность быть любимым и в пустыне жизни стать предметом чьей-то заботы. Правосудие лишь мешает одной алчности пожрать другую. Но обо всем этом никто не говорит. Даже наша власть правит нами на языке поэзии. Наши властители между собой справедливо обзывают граждан опасным зверьем и многоголовой гидрой. Однако, как они обращаются к буйным избирателям с предвыборных трибун, надежно охраняемых вооруженной стражей? Разве в их устах избиратели не превращаются в столпов республики, достойных потомков благородных отцов? Государственные посты в Риме добываются взятками с одной стороны, угрозами с другой, а на устах при этом цитаты из Энни. Многие скажут, что великая доблесть поэзии в том, что она воспитывает людей и дает им образцы, которым следует подражать, и что таким путем боги возвещают законы своим детям. Однако это явно не так, потому что поэзия влияет на человека подобно всякой лести, она усыпляет побуждение к действию, отнимает желание честно заслужить похвалу. На первый взгляд она кажется просто ребячеством, опорой слабых и утешением в беде. Но нет, она зло, она обезоруживает безоружных и удваивает тоску. Кто же они, эти поэты? которые усугубляют неудовлетворенность, вечную неудовлетворенность человека. Это горстка людей, возникающая в каждом поколении. Давно сложилось представление о том, что такое поэт. Он беспомощен в практических делах, рассеянность часто делает его смешным, он нетерпелив, раздражителен, подвержен неумеренным страстям как издевался Перикл над Софоклом в качестве правителя города, или возьмем рассказ о Минандре, когда тот проходил по рынку, одна нога босая, другая в сандалии. Эти всем известные черты иногда объясняют тем, что поэты погружены в познание истин, лежащих вне видимого мира, и что это познание вечных истин вроде безумия или богоданной мудрости. Но я объясняю это иначе. Я думаю, что все поэты в детстве были больно ранены или уязвлены жизнью, и это навсегда вселило в них страх перед любыми житейскими неурядицами. Недоверие и ненависть побуждают их выдумывать другой воображаемый мир. Поэтический мир это плод не более глубокого прозрения, а более острой тоски. Поэзии особый язык внутри общего языка, призванный описывать жизнь, которой никогда не было и не будет. Но образы ее так заманчивы, что все люди проникаются ими и видят себя не такими, как на самом деле. Мнение мое подтверждается тем, что даже тогда, когда поэты порицают жизнь, описывая всю ее очевидную бессмыслицу, читатель все равно ощущает душевный подъем, ибо и в своем осуждении поэта предполагают наличие более благородного и справедливого порядка вещей, мерой которого они нас судят и которого, по их мнению, можно достичь. Вот каковы те, кого зовут «глазом Божьим». Если боги существуют, я могу их себе представить жестокими, или безразличными, непознаваемыми, равнодушными к людям или творящими благо, но я не могу вообразить, чтобы они занимались этой детской игрой, внушали людям через поэтов ошибочные представления о сущем. Поэты такие же люди, как мы, только больные и страждущие. У них одно утешение — бредовые мечты. Но не мечты а трезвая явь должна научить нас, как жить в этом трезвом мире. Когда Клодия кончила, она снова поклонилась владыке и, передав венок Катулу, села. Цезарь расхвалил ее речь, не скупясь и без той иронии, которую позволял себе в подобных случаях Сократ. Казалось, он получал от этого пиршества все большее удовольствие. Он попросил меня снова наполнить чаши вином, и когда мы выпили, дал слово Катуллу. В начале речи к лодии поэт сидел, не поднимая глаз. Но выражение лица у него постепенно менялось, и когда, встав, он увенчал свою голову цветами, мы поняли, что он задет всерьез. Либо им овладел гнев, либо он почувствовал подлинный интерес к спору. Существует несколько версий, так называемой Алкистиады Катула. Мы заменили краткое изложение Зине Аполеона текстом, посланным Цезарем Луцию Мамилию в качестве отрывка из своего дневника за номером 996. Каждый ребенок знает у Владыка, что Алкеста, супруга Адмета, царя Фессалийского, была идеалом жены. Однако в девичестве она меньше всего мечтала о браке. Ее мучил тот самый вопрос, который стоит перед нами сегодня. Она желала еще до конца своих дней получить ясный ответ на самые важные вопросы, какие только возникают перед человеком. Она хотела увериться в том, что боги существуют, что они заботятся о ней, что ее душевные порывы подчинены их воле. Они знают все дурное и хорошее, что может выпасть на ее долю, и устраивают ее судьбу по своему замыслу. Наблюдая жизнь, она поняла, что выяснить это ей вряд ли удастся, если ей суждена жизнь царицы, жены и матери. Сердце ее стремилось только к одному. Она хотела стать жрицей Аполлона Дельфийского. Там, как она слышала, живешь в непосредственной близости к Богу каждый день узнаешь его волю, и лишь там можно получить верные ответы на все. Рассказывает, будто она говорила, что жен и матерей так много, для них нет ничего более важного, чем приязнь или неприязнь их мужей. У них только и свету в окошке, что дети, любят они их яростно, как тигрицы своих детенышей, годы проходят в бесчисленных заботах о детях, Страх же и радость испытывают они только за свое достояние, и когда наконец умрут, то будут знать, зачем жили и страдали, не больше, чем скотина на горных пастбищах. Ей казалось, что жизнь может дать гораздо больше, если ты не просто ее игрушка, а не быть ею можно только в Дельфах. Однако жриц Аполлона призывает сам Бог а она, несмотря на все молитвы и жертвоприношения, такого зова не слышала. Дни ее текли в ожидании знамения свыше и в попытках узнать волю Божью по его знамениям. Между тем Алкеста была самой мудрой и самой прекрасной из дочерей царя Пелия. Все герои Греции добивались ее руки, но царь, не желая с ней расставаться, задавал претендентам на ее руку невыполнимые задачи. Он объявил, что отдаст Алкесту в жены только тому, кто объедет вокруг городских стен в колеснице, запряженной львом и вепрем. Год шел за годом, и один жених за другим терпели неудачу. Ее потерпели и Пелей, будущий отец Ахиллеса, и многомудрый Нестор. Ничего не добился Лаэрт, отец Одиссея, и Язон, могущественный вождь аргонавтов. Львы и вепри в ярости кидались друг на друга, наездникам едва удавалось остаться в живых, а царь смеялся. Он был рад. Царевна же, считая эти неудачи знамением, решила, что Бог велит ей оставаться девственницей и служить ему в Дельфах. Наконец, как всем известно, с гор спустился Адмет, царь Фессалийский. Он запряг льва и вепря, объехал на них вокруг города, словно это были кроткие валы, и получил в жены царевну Алкесту. С превеликой радостью он увез ее к себе во дворец в Ферах, где начались пышные приготовления к свадьбе. Но Алкеста еще не была готова стать женой и матерью. Она со страхом чувствовала, что с каждым днем все больше и больше любит Адмета, но надеялась, что Аполлон все же призовет ее к себе и под разными предлогами откладывала свадьбу. Сначала Адмет терпеливо сносил эти оттяжки. Но в конце концов не мог больше сдерживать страсть. Он молил ее объяснить свою уклончивость, и она открылась ему. Адмед был человек набожный и богобоязненный, но он давно уже надеялся только на себя и не ждал от богов ни помощи, ни утешения. Правда, раз в жизни. Он почувствовал их заботу о его судьбе и теперь с жаром ей об этом поведал. «Алкеста», — сказал он, — «больше не жди знамени от Аполлона насчет твоего замужества, ибо оно уже было. Ведь это он, и только он привел тебя сюда, как ты узнаешь из моего рассказа. Перед тем, как мне ехать в Йолк, чтобы пройти испытание, я заболел». И неудивительно, ибо моя великая любовь боролась с отчаянием, а вдруг я не сумею запрячь в колесницу льва и вепре. Три дня и три ночи я был на волосок от смерти. За мной ухаживала Аглая, моя нянька, а прежде нянька моего отца. Это она мне рассказала, что на третью ночь мне в бреду явился Аполлон и внушил, как запрячь вместе льва и вепря. Аглая здесь, можешь ее спросить? Отмет, сказала Алкеста, — слишком много идет россказней про богов, о которых бредят молодые люди или сочиняют старые няньки. Эти россказни только еще больше путают людей. Нет, Адмет, отпусти меня в Дельфы. Хоть я и не призвана быть жрицей, я могу стать там служанкой. Я согласна служить его слугам, мыть ступеньки и плиты его дома. Адмет не понимал ее упорством однако с грустью разрешил поступить по-своему. Но тут их прервали. Во дворец прибыл гость, слепой старик, оказавшийся Тересием, жрецом Аполлона Дельфийского. Отметы и Алкеста в волнении поспешили во двор, чтобы его принять. Когда они к нему приблизились, он воззвал громким голосом — я принес весть в дом Адмета царя Фессалийского. Мне надо поскорее передать ее и вернуться туда, откуда я пришел. По воле Юпитера Аполлон должен прожить на земле среди людей в образе человека один год. И Аполлон решил прожить его здесь, пастухом у Адмета. Вот я и сообщил свою весть. Адмет, выступив вперед, спросил — «Ты хочешь сказать благородной Тересии, что Аполлон будет здесь среди нас каждый день, каждый божий день?» «За воротами стоят пять пастухов», — прокричал Тересий. «Один из них — Аполлон. Не пытайся узнать, который. Назначим, что делать, поступай с ними по справедливости и больше не задавай вопросов, потому что мне нечего тебе ответить». С этими словами он, не выказывая пастухам никакого почтения, позвал их во дворец, а сам отправился в путь. Пятеро неторопливо вошли во двор, они ничем не отличались от других пастухов, все были в пыли от долгой дороги и очень смущены, что их так пристально разглядывают. Царь Адмет сперва не мог вымолвить ни слова, но потом все же произнес «добро пожаловать», и распорядился, чтобы им дали ночлег и накормили. Весь остаток дня жители Фер провели молча. Они знали, что их стране оказана великая честь, однако людям нелегко одновременно и радоваться, и недоумевать. В конце дня, когда на небе зажглись первые звезды, Алкеста выскользнула из дворца и подошла к костру, у которого сидели пастухи. Она встала неподалеку от огня, и стала молить Аполлона не таиться под чужой личиной, как это любят делать боги, а открыть свое лицо и дать ей ответ на те вопросы, от которых зависит вся ее жизнь. Молилась она долго. Изумленные пастухи поначалу почтительно слушали, потом, ворча, стали передавать друг другу мех с вином. Один из них даже заснул и начал храпеть. Наконец, самый низенький — отер рот рукой и сказал, «Царевна, если среди нас и есть Бог, я не знаю, кто Он. Мы в пятером тридцать дней шли по Греции, пили вино из одного меха, черпали еду из одной миски и спали возле одного костра. Если бы среди нас был Бог, неужели я этого бы не знал? Однако, госпожа, вот что я тебе скажу». Все они необыкновенные пастухи. Вон тот, что спит, может вылечить любую болезнь. И укус змеи, и перелом костей. Когда дней пять назад я свалился в каменоломню, я наверняка бы помер, а этот парень наклонился надо мной, пробормотал какую-то абракадабру, и, видишь, я живой. А все равно я знаю, царевна, что никакой он не бог» потому что в одном городе мы видели ребенка, который не мог ни дышать, ни глотать. Он так посинел, царевна, что сердце разрывалось на него, глядя. А этот парень хотел спать. Он не пожелал пересечь дорогу и посмотреть на бедняжку. Какой же это бог! И вон тот рядом. Ты что, не можешь от вина оторваться, когда на тебя царевна смотрит? Этот никогда не заблудится. Он и во тьме кромешной различает, где север, а где юг. И все равно я знаю, что никакой он не бог солнца. А вон тот рыжий, он тоже непростой пастух. Он делает чудеса, нарушает самый ход вещей в природе. Изобретатель. С этими словами пастух подошел к своему рыжему спутнику и стал будить его пинками. Проснись, проснись, покажи царевне какие-нибудь чудеса. Спящий пастух зашевелился и застонал. Вдруг с высоты небес и с дальних холмов послышались голоса, они звали «Алкеста! Алкеста!». А Рыжий повернулся на другой бок и снова заснул. Его опять разбудили пинком. «Ну-ка, покажи еще! Пусти водопад с верхушек деревьев, пусти огненные шары!» Тот хрипло выругался. По земле побежали огненные шары. Они заскользили вверх по стволам деревьев и рассыпались. Они прыгали по головам пастухов и забавно играли друг с другом, словно зверята. Потом долину снова окутала мгла. Такие проделки, царевна, и правда не удаются никому другому, но я могу поклясться, что никакой он не бог, еще и потому, что все его чудеса не имеют никакого смысла. Он нас поражает, но когда удивление проходит, мы испытываем разочарование. В первые дни мы просили у него все новых и новых чудес, нам было интересно. Но потом они нам приелись, и, говоря по правде, нам даже стало стыдно, да и ему тоже, потому что фокусы эти просто забавы и ни к чему не приводят. А разве Бог станет стыдиться своих чудес, станет себя спрашивать, какой в них смысл? — Вот так-то, царевна, — заключил он, разводя руками, словно ему больше нечем было ответить на ее молитву. Но Талкесты не так-то легко было отделаться. Она указала на четвертого пастуха. — Тот? Ну, он тоже непростой пастух. Он наш певец. Поверь, когда он поет и играет на лире, львы замирают в прыжке. Я, правда, и сам иногда говорю себе, ей-ей, это Бог. Он переполняет наши сердца печалью или радостью, когда нам вовсе нечему радоваться или огорчаться. Он может сделать память о любви более сладостной, чем сама любовь. Его чудеса посильнее чудес нашего целителя, нашего ночного проводника и нашего кудесника, но я наблюдал за ним, царевна, и вижу — чудеса его куда больше впечатляют нас, чем его самого. Ему тут же перестает нравиться песня, которую он сочинил. Нас она всякий раз приводит в восторг, его ничуть. Он сразу теряет все удовольствие от того, что сделал, и в муках творит что-то новое. Это доказывает, что он не Бог и даже не посланец Божий, ибо разве мыслимо, чтобы боги презирали свои творения. А я? Что могу я? Да то, что делаю сейчас. Мое дело разобраться в природе богов, существуют ли они и как нам их найти. Ты себе только представь. Тут рассказ обрывается, и мы снова возвращаемся к письму о Зине Аполеона. В этот миг диктатор поднялся и, прошептав «Продолжайте, друг мой», пошел к выходу. Катул повторил «Ты себе только представь!» Но не успел он произнести этих слов, как цезарь свалился на пол в конвульсиях священной болезни. Извиваясь, он сорвал с тела повязку, и пол обогрелся его кровью. Мне и раньше случалось наблюдать такие приступы. Скомка в край его тоги, я засунул материю ему между зубов, приказал Катуллу помочь мне распрямить его ноги, а Клодии принести всю одежду, какая у нее найдется, чтобы его согреть. Вскоре он перестал бормотать и впал в глубокий сон. Мы постояли возле него, потом уложили на носилки и вдвоем с поэтом сопроводили домой. Так прошел этот дважды прерванный обед у Клодии. Обоим моим друзьям суждено было умереть в том же году. Поэт, который увидел величие, униженное безумием, больше не писал на Цезаре едких эпиграмм. Мой господин никогда не заговаривал о своей болезни, но не раз напоминал мне о прекрасном обеде с Клодией и Катуллом. Пока я диктовал эти слова, рассвело, боль у меня прошла, или я просто о ней забыл, и я выполнил долг перед своими друзьями. Книга вторая. Напоминаем читателю, что в каждой последующей книге документы сначала возвращают нас к более раннему периоду, потом снова покрывают уже пройденный отрезок времени и доводят нас до более поздней даты. Раздел двадцать второй анонимное письмо, написанное Сервилией, матерью Марка Юния Брута, жене Цезаря, 17 августа. Госпожа, диктатор вряд ли вам сообщил, что в Рим надолго приезжает египетская царица. Если хотите в этом убедиться, посетите вашу виллу на Яникульском холме. На дальнем его склоне рабочие строят египетские храмы, возводят обелиск. Весь мир смеется над тем, насколько вы не соответствуете своему высокому положению, а уж в политических делах и вовсе разбираетесь хуже грудного младенца, потому-то я считаю своим долгом обратить ваше внимание на этот приезд и на эту политическую опасность, которую он представляет для Рима. У Клеопатры, к вашему сведению, есть от вашего мужа сын, имя ему Цезарион. Царица прячет его вдали от своего двора, но упорно распускает слух, что он наделен божественным умом и дивной красотой. Из достоверных источников известно, что на самом деле он идиот, и хотя ему уже три года, он еще не умеет говорить и едва ходит. Цель приезда царицы в Рим — узаконить своего сына и установить его наследное право на владычество над миром. Замысел этот возмутителен, но чистолюбие Клеопатры не имеет границ. Она искусная, бессовестная интриганка, недаром она не остановилась перед убийством дяди и своего супруга-брата и умеет распалить похоть вашего мужа, что может внести в мир полный разброд, хоть ей и не удастся добиться над ним владычества. Ваш супруг не впервые публично оскорбляет вас наглыми любовными похождениями но увлечение египтянкой так ослепило его, что он не видит опасности, которой эта женщина подвергает наш общественный строй. Еще одно свидетельство старческого слабоумия, уже сказавшегося на его правлении страной. Вы бессильно уберечь от опасности государства и защитить свою честь. Однако вам надлежит знать, что римские аристократки не захотят быть представленными этой египетской преступнице и не появятся при ее дворе. Если вы проявите такую же твердость, вы сделаете первый шаг, чтобы вернуть себе уважение Рима, утраченное благодаря дурному выбору друзей и легкомыслию в разговоре, непростительному даже при вашей крайней молодости. Раздел 23. Дневник Цезаря. Письмо Луцию Мамилию Турину на остров Капри. Приблизительно 18 августа. 942. -е. О Клеопатрии и ее приезде в Рим. В прошлом году царица Египта стала просить у меня разрешения посетить Рим. В конце концов я его дал и предложил остановиться на моей вилле по ту сторону реки. Она пробудет в Италии не меньше года. Визит ее держится в тайне, и о нем будет объявлено только накануне ее приезда. Сейчас она приближается к Карфагену, а здесь будет примерно через месяц. Сознаюсь, что с нетерпением жду ее приезда, и не только по вполне понятной причине. Она была удивительной девушкой. Уже в двадцать лет знала пропускную способность каждой крупной гавани на Ниле, умела принять делегацию Эфиопии, отказать ей во всем, но при этом так, что отказ выглядел благодеянием. Я слышал, как она орала на своих министров во время обсуждения налога на слоновую кость. Причем она была права и в подтверждение своей правоты привела множество подробных и хорошо подобранных сведений. Право же она из числа тех немногих известных мне людей, кто одарен талантом к управлению страной. Но теперь она, вероятно, стала еще более удивительной женщиной. И беседа, просто беседа, снова станет для меня удовольствием. Мне будут льстить, меня поймут и похвалят за то, за что меня и надо ценить. А какие вопросы она задает? Что может быть приятнее передачи жадному ученику знаний, которые дались тебе долгим и тяжким трудом? Да, Беседа снова станет для меня удовольствием. Ох, сколько раз я держал этого свернувшегося в клубочек котенка у себя на коленях, барабанил пальцем по маленьким коричневым ступням и слушал, как голосок у моего плеча спрашивает. Что за меры нужно принять, чтобы банкирские дома не отучили народ прилежно трудиться, и сколько по справедливости надо платить начальнику полиции, исходя из жалования градоправителя? Все люди, мой Луций, все поголовно ленивы умом, кроме тебя, Клеопатры, Катулла и меня. И в то же время она лгунья, скандалистка, интриганка, равнодушная к нуждам своего народа и вдобавок способна убить, не задумываясь. Получил пачку анонимных писем, где меня предупреждают о ее страсти к убийству. Да я и не сомневаюсь, что эта дама не расстается с красивым резным ларцом, где хранятся яды. Но знаю также, что у нее за столом мне не надо, чтобы кто-то пробовал пищу до меня. Все ее помыслы сосредоточены прежде всего на Египте, а я — первейший залог его благоденствия. Умри я, ее страна станет добычей моих преемников, патриотов, лишенных практической сметки, или чиновников без воображения, это она отлично знает». Египту уже не вернуть было у величия, но и тот Египет, какой есть, существует только благодаря мне. Я лучше правлю Египтом, чем Клеопатра, но она еще многому научится. Во время ее пребывания в Риме я открою ей глаза на такие вещи, о каких ни она, ни один властитель Египта и не подозревал. 946. -е. Снова о Клеопатре и ее приезде в Рим. Клеопатра не может и шагу ступить без помпы. Она просит, чтобы ей разрешили взять с собой 200 придворных, тысячу человек свиты, включая большой отряд царской гвардии. Я сократил это число до тридцати придворных и двухсот человек свиты и заявил, что охрану ее персоны и ее приближенных республика возьмет на себя. Я распорядился также, чтобы за пределами ее дворца, моя вилла уже переименована во дворец Аменхотепа, она выставляла знаки царского достоинства только в двух случаях — во время официального приема на Капитолийском холме и на церемонии прощания. Она известила меня, что я должен назначить двадцать самых знатных дам во главе с моей женой и моей теткой в ее почетную свиту, чтобы придать блеск ее двору. Я ответил, что римлянки свободны в выборе подобного рода занятий, и приложил форму приглашения, которое ей следует им послать. Ей это не понравилось. Она заявила, что размер ее владений, они в шесть раз больше Италии, и божественное происхождение от самого солнца, которое она подробно проследила за последние две тысячи лет, дают ей право на такую свиту, и ей негоже просить римских матрон присутствовать на ее приемах и раутах. Вопрос остался открытым. Конечно, и я раздувал в ней эти непомерные притязания. Когда я встретил ее первый раз, она мне с гордостью заявила, что в ее жилах нет ни капли египетской крови. Это была явная ложь. Порядок наследования в династии, к которой она принадлежит, нарушался постоянными подменами и усыновлениями. К счастью, дурные последствия единокровных браков смягчались половой слабостью царей и любвеобильностью цариц а также тем, что красота египтянок намного превосходит красоту потомков македонских разбойников. Больше того, Клеопатра в ту пору пренебрегала обычаями древней страны, которые правила, если не считать участие в редких традиционных церемониях. Она ни разу не видела ни пирамид, ни тех храмов на Ниле, которые расположены далее, чем в нескольких часах пути от ее Александрийского дворца. Я посоветовал ей... Обнародовать, что мать ее была не только египтянкой, но и прямой наследницей фараонов. Я уговорил ее носить египетские одеяния хотя бы наравне с другими нарядами и повел поглядеть памятники их древней цивилизации, рядом с которыми, клянусь Геркулесом, плетеные хижины ее македонских предков выглядят у Бога. Мои наставления имели неожиданный успех. Теперь она самый настоящий фараон и живое воплощение богини Изиды. Все ее дворцовые постановления написаны иероглифами, к чему она милостиво добавляет перевод на латинский или греческий. Да так оно и должно быть. Привязанность народа не завоевывается только тем, что им правишь и печешься о его благе. Нам, правителям, приходится тратить немало времени на то, чтобы увлечь их воображение, в представлении народа судьба, постоянно бдящая сила, которая действует при помощи волшебства и всегда враждебна людям. Чтобы ей противоборствовать, мы, властители, должны обладать не только мудростью, но и сверхъестественным даром, ибо в их глазах человеческая мудрость бессильна перед волшебством. Мы должны одновременно быть и отцом с младенчества, оберегающим их от злых людей, и жрецом, оберегающим их от злых духов. Я, наверное, забыл тебе сказать, что я запретил ей брать в свою свиту детей моложе пяти лет, как своих, так и детей придворных. Раздел 24. Клеопатра из Александрии своему послу в Риме 20 августа. Клеопатра Вечно живущая изида, дитя Солнца, избранница Пта, царица Египта, Киринайки и Аравии, императрица Верхнего и Нижнего Нила, царица Эфиопии и прочее, и прочее, шлет своему верному послу благословение и милость. Завтра царица отправляется из Александрии в Карфаген. В пути она явится своим подданным в Парастонии, и в Кирене. Она остановится в Карфагене и будет ждать твоего сообщения о том, когда ей подобает прибыть в Рим. Приказываю прислать ей в Карфаген следующие сведения. Список светских руководительниц таинств доброй богини. Список висталок. Оба списка с примечаниями о семейных связях, прежних браках и прочее список приближенных диктатора мужчин и женщин, особенно тех, кого он посещает и кто посещает его дом в частном порядке. Список доверенных слуг в доме диктатора с указанием срока службы, предыдущего места работы и всех подробностей личной жизни, какие удастся разузнать. Этими розысками надлежит заниматься постоянно, а когда царица прибудет в Италию, она желает получать такие сведения и дальше список детей, живых или мертвых, которых когда-либо приписывали диктатору вместе с именами предполагаемых матерей и прочими сведениями. Отчет о прежних посещениях Рима всеми царицами с описанием этикета церемониала, официальных приемов, подношений и прочее. Царица надеется, что будут приняты все меры к тому, чтобы ее апартаменты хорошо отапливались. Раздел 25. Помпея, Клодии в Баи. 24 августа. Дорогой мышоночек, только что получила приглашение на обед и припрятала его до вечера, когда муж вернется домой. Пишу наспех, чтобы отправить это письмо с твоим же посланным. То, что я тебе расскажу, страшная тайна, и я надеюсь, что ты, прочтя мое письмо, тотчас его уничтожишь а тайна вот какая. Некая особа с берегов Нила собирается надолго приехать к нам в город. Я считаю ниже своего достоинства не только писать, но даже и думать о кое-каких обстоятельствах, связанных с этим приездом, тем более, что политическая сторона этого дела гораздо важнее и серьезнее, чем личная. Надеюсь, никто не скажет, что я придавала своей личной жизни хоть малейшее значение, когда есть вопросы поистине мирового порядка, тесно связанные с тем положением, какое я занимаю. Я не знаю, слыхала ли ты, что у этой особы есть сын, и что она уверяет, будто ребенок происходит из очень знатного римского рода. На этих претензиях основаны ее честолюбивые мечты о будущем величии ее державы, что, как ты сама понимаешь, просто нелепо. Некое лицо по известным причинам не видит угрожающей всем нам опасности, и поэтому я вынуждена быть вдвойне бдительной. Возможно, что на двух официальных приемах мне придется согласиться на то, чтобы мне представили эту египетскую преступницу. Тогда я покажу всем своим видом, что считаю ее присутствие наглостью и постараюсь публично ее унизить, а если удастся, то и заставить вернуться на родину. И, конечно, ноги моей не будет в резиденции, которую ей временно предоставили. Пожалуйста, напиши, что ты по этому поводу думаешь. Мой двоюродный брат вернется из Неаполя вскоре после того, как ты получишь мое письмо. Пошли свой ответ с ним. По скрипту. Все знают, что она убила своего дядю и своего мужа, и что ее брат был ее мужем. Это в обычае у египтян и дает понятие о том, чего можно от нее ожидать. Раздел 25а. Клодия, жене Цезаря, капуи 8 сентября. Большое спасибо, мой милый, милый друг, что ты доверила мне такую тайну. Как похоже на тебя твое письмо, какая ты умница, что можешь взглянуть на это событие с самых разных сторон и предсказать таящиеся в нем опасности. И как было мудро и благородно с твоей стороны не вспылить и не выказать негодование, от чего не удержались бы многие женщины. Разреши мне дать тебе маленький совет. Я даю его только потому, что ты одна в состоянии его выполнить. Подумай, неразумнее ли тебе отнестись к этой неприятной особе несколько иначе? Мне кажется, что если ты будешь себя вести, как ты одна это умеешь, с предельной любезностью, подобающей твоему положению, ты ее просто ошеломишь. Тогда ты смогла бы втереться в круг ее приближенных следить за всем, что там происходит, и, если понадобится, помешать другому лицу окончательно потерять голову. Я бы не советовала такого подхода никому, кроме тебя, потому что тут нужна большая ловкость. Но ты это сумеешь. Подумай. Мне очень хочется обо всем этом с тобой поговорить, и нам скоро это удастся. А пока что прими мое восхищение, любовь и флакон сицилийских духов. Раздел 26. Клодии избай катуллу в Рим. 25 августа. Сестра говорит, что мне надо тебе написать. И другие тоже взяли на себя роль твоих заступников, твердя, будто я обязана написать тебе письмо. Что ж, вот я его и пишу. Вы с тобой давно уговорили, что письма ничего не стоят. Ты пишешь то, что я давно знаю или легко могу вообразить, и часто отступаешь от правила, которые мы себе положили. В письмах должны главным образом излагаться факты. Вот факты, касающиеся меня. Погода стояла невиданная, было много пирушек и на суше, и на море. Не говоря уж о сборищах, посвященных только беседе, когда хозяин не затевал никаких других развлечений. Стоит ли объяснять, что беседы здесь, в баях, невыносимо скучны, еще скучнее, чем обычно? Я занимаюсь астрономией со сигеном и поэтому стала врагом всех поэтов, разглагольствующих о своих дурацких чувствах в присутствии небесных светил. Я принялась учить египетский язык когда оказалось, что на слух он напоминает младенческий лепет, а его грамматический строй ничуть не выше его звучания, я его бросила. Мы ставили любительские спектакли по-гречески и по-латыни. Я много работала с кефиридой. Она отказалась от платы и вернула подарок, который я ей послала. Когда я стала настаивать, что не хочу оставаться у нее в долгу, она попросила стихи, написанные твоей рукой. Я дала ей свадьбу Пелея и Фетиды. Она не захотела участвовать в наших спектаклях, но изумительно продекламировала эту поэму и во время наших уроков часто исполняла отрывки из трагедий. По стилю мы резко отличаемся, но своим она владеет в совершенстве. К концу урока часто заглядывал Марк Антоний. Мне приятен в нем только его смех, смеется он все время, но это не надоедает. А вот когда Кефирида не говорит о своем искусстве, она надоедает. Она вялая, как все счастливые женщины. Я узнала, правда, не от нее, что она одна из немногих, кому разрешается посещать Луция Мамилия Турина на Капри. Клодия написала Турину, прося разрешения его навестить, но ей было вежливо отказано. Я знаю нескольких мужчин, которых я могла бы очень любить, будь они даже коллегами и слепыми. Прочла вместе с Вером его новую книгу стихов. Я нажила много новых врагов. Ты знаешь, я никогда не лгу и не разрешаю лгать в своем присутствии. Я была, как ты выражаешься, несколько раз тебе неверна, так как по ночам у меня бессонница, я иногда на эти часы подыскиваю себе компаньоном. Вот факты относительно моей жизни этим летом и ответы на вопросы, которые ты задаешь в своих на редкость однообразных письмах. Перечтя их, я заметила, что ты-то мне сообщаешь весьма мало фактов. Ты пишешь не мне, а тому выдуманному образу, с которым я отнюдь не желаю состязаться. Сведения о тебе я получила от сестры и других твоих заступников. Ты навещал сестру, а также маниле сливи Таркватов. Ты учил их детей плавать и управлять парусной лодкой, ты учил детей воспитывать собак, ты написал кучу стихов для детей и еще одну венчальную песнь. Повторяю, ты потеряешь свой поэтический дар, если будешь его так растрачивать. Подобные стишки только усугубят недостаток, которым и так страдают многие твои сочинения. Просторечие и провинциализм. Многие даже не считают себя римским поэтом. Мы с тобой признаем, что Вер не наделен от природы таким талантом, как ты, но и манера его поведения, и стихи безупречно изящны и даже изысканы, в то время как ты продолжаешь щеголять своей северной неотесанностью. Это письмо, как и все письма, написано абсолютно зря. Однако я хочу сообщить вот еще что. В последний день сентября мы с братом устраиваем званый обед. Надеюсь, ты придешь. Я пригласила диктатора с женой. Кстати говорят, что ты одарил нас еще несколькими эпиграммами. Почему бы тебе не признать, что ты ничего не смыслишь в политике и не интересуешься ею? Что за удовольствие разражаться непристойными звуками за спиной у великого человека? Я пригласила также его тетку Цицерона и Озения Полеона. Восьмого я двинусь на север, захвачу с собой нескольких друзей, в том числе Мелу и Вера. Какое-то время мы погостим в Капуе у Квинта Лентула Спинтера и Кассии. Может, ты присоединишься к нам девятого, а через два-три дня мы вместе вернемся в город? Если ты решишь приехать в Капую, пожалуйста, не рассчитывай, что я буду коротать с тобой бессонницу. Прошу тебя, наконец, понять, что такое дружба» оценить ее преимущества и не выходить за ее границы. Она не предъявляет претензий, не дает права собственности, не порождает соперничество. У меня большие планы на будущий год. Буду жить совсем не так, как в минувший. Обед, на который я тебя приглашаю, даст тебе об этом представление. Раздел 26 А. Катул. Катул измученный, оставь свои бредни, Ведь то, что сгинуло, пора считать мертвым. Сияло некогда и для тебя солнце, Когда ты хаживал, куда вела дева, Тобой любимая, как ни одна в мире. Забавы были там, которых ты жаждал, Приятные, о да, и для твоей милой. Сияло некогда и для тебя солнце, но вот, увы, притят уж ей твои ласки, Так отступись и ты, не мчись за ней следом, Будь мужествен и тверд, перенося муки, А ты, Катул, терпи, прибудь, Катул, твердым. Перевод Шервинского Раздел 26 Б. Заметки Корнелия Непота. Запись сделана позже. «Разве тебя не поражает?» — спросил я, — что Катул пускает эти стихотворения по рукам. Не могу припомнить, чтобы так без утайки открывали свое сердце. «Тут все поражает», — ответил Цицерон, вздернув брови и понизив голос, словно нас могли подслушать. «Ты заметил, что он постоянно ведет диалог с самим собой». Чей же это второй голос, который так часто к нему обращается, голос, требующий, чтобы он терпел и крепился? Его поэтический гений? Его второе «я»? Ах, друг мой, я противился этим стихам сколько мог. В них есть что-то непристойное. Либо это непереваренный жизненный опыт, не до конца преображенный в поэзию, либо он чувствует как-то по-новому. Говорят, его бабушка с севера. Может, это первые порывы ветра, подувшие на нашу литературу сальп? Стихи не римские. Читая их, римлянин не знает, куда девать глаза, римлянин краснеет от стыда. Но они и не греческие. Поэты и раньше рассказывали о своих страданиях, но их страдания были уже наполовину залечены поэзией. А в этих тут нет утоления печали. Этот человек не боится признать, что страдает. Быть может, потому что делится этим страданием с собственным гением. Но что это за второе «я»? У тебя оно есть? У меня оно есть? Раздел 27. Цезарь из Рима. Клеопатри в Карфаген. 3 сентября. Это письмо, написанное рукой Цезаря, было послано вместе с официальным приветствием царицы при ее приближении к Риму. «Ваше Величество, я очень сожалею, что к той искренней радости, которую я хотел выразить по поводу вашего приезда, мне приходится присовокупить следующее напутствие. Напомнить, какое важное значение я придаю тем условиям, на которые вы согласились, когда решалась эта поездка в Рим. Речь идет о численности вашей свиты, правилах поднятия на шестах знаков царского достоинства и моем требовании не допускать в вашу свиту детей до пяти лет. Если этот договор не будет соблюден, я буду вынужден к своему и вашему огорчению принять меры, унижающие ваши достоинства и противные тому уважению, которое я к вам питаю. Если среди ваших приближенных есть дети, оставьте их в Карфагене, либо отошлите назад в Египет. Но пусть суровость моих слов не обманывает вас насчет того удовольствия, с каким я предвкушаю ваше пребывание в Риме. Он приобретает для меня новый интерес, когда я думаю, что скоро покажу его царице Египта тот Рим, который уже существует, и тот, который я замыслил. В мире не так уж много правителей, а среди них еще меньше тех, кто хотя бы подозревает, какой ценой решаются судьбы народов. У царицы Египта величие ума не уступает величию ее положения. Необходимость вести за собой людей многократно усугубляет природное одиночество человека. Каждый приказ, который мы издаем, увеличивает наше одиночество, и каждый знак почтительности по отношению к нам еще больше отдаляет нас от прочих людей. Ожидая приезда царицы, я сулю себе некоторое облегчение от того одиночества, в каком я живу и тружусь. Сегодня утром я посетил дворец, который готовят к приезду царицы. Было сделано все чтобы обеспечить ее удобство. Раздел 27А. Первое письмо Клеопатры Цезарю 2 сентября. Написано иероглифами с перечислением всех титулов царицы, ее родословной и прочее на огромном листе папируса и снабжено латинским переводом, послано заранее через римскую почтовую службу до того, как царица отправилась в путь царица Египта приказала мне, ее недостойному гофмейстеру, подтвердить получение письма диктатора и его подарков. Царица Египта благодарит диктатора за полученные подарки. Раздел 27 Б. Второе письмо Клеопатры Цезарю. 1 октября. Послано с царской галеры по прибытии в Остию. Диктатор писал царице Египта о том, как тяжко бремя власти. Но тяжко не только оно. Царица Великий Цезарь бывает и матерью. Ее положение не только не избавляет ее от сердечных тревог, которые знает любая мать, но и усиливает их, особенно если у детей хрупкое здоровье и нежная натура. Вы мне говорили когда-то, что были любящим отцом. Я вам верила. Вы утверждали, что вас облыжно обвиняли в том, будто государственная необходимость вынудила вас бессердечно поступить с дочерью. По-видимому, Юлия по настоянию отца разорвала помолвку с женихом, чтобы выйти замуж за Помпея. Она умерла, прежде чем Цезарь и Помпей затеяли гражданскую войну, но брак ее был счастливым вы были бессердечны по отношению ко мне, и не только ко мне, но и к ребенку, и при том ребенку необычному, ибо он сын самого великого человека на свете. Он вернулся в Египет. Вы описываете одиночество властителя. Властитель справедливо чувствует, что большинство людей относятся к нему не без корысти. Но разве властителям не грозит опасность удвоить свое одиночество, приписывая другим одни лишь эти побуждения. Я боюсь, что если он будет так относиться к людям, то сердце властителя может обратиться в камень, и в камень обратятся сердца всех, кто к нему приближается. Подъезжая к Риму, я хочу сказать его повелителю. Я и царица, и служанка Египта, и постоянно пекусь о судьбе моей родины. Однако я не чувствовала бы себя царицей, если бы забыла, что кроме всего я женщина и мать. Повторяю вашу же фразу. Пусть суровость моих слов не обманывает вас насчет того удовольствия, которое я предвкушаю от своего пребывания в Риме. Я приписываю вашу суровость тому, что вы и правда создали вокруг себя стену одиночества чрезмерного даже для властителя мира. И сами говорите, что, быть может, мне удастся облегчить вам это бремя. Раздел двадцать восьмой. Катул Клодии в Рим. Эти два письма написаны, по-видимому, 11 или 12 сентября, они так и не были отправлены. Оба они черновики письма, уже приведенного под номером 13. Катул не уничтожил их сразу, ибо две недели спустя они были обнаружены в комнате поэта тайной полиции Цезаря, и копии их были представлены диктатору. «Убей меня сразу, ведь ты этого хочешь, а я не могу убить себя сам. Мои глаза словно прикованы к какому-то спектаклю, и я слежу за ним, затаив дыхание, желая узнать, какую новую пытку ты мне готовишь. Я не могу убить себя сам, пока не увижу воочию все твое чудовищное нутро. Кто ты? Убийца?» палач, насмешница, сосуд лжи, маска, предательница, предательница всего рода человеческого. Неужто мне так и висеть распятым на этом кресте и никак не умереть? Неужто мне так и глядеть на тебя века и века? Кому мне кинуться? Кому воззвать о помощи? А есть ли они эти боги? Может, даже их ты согнала своим криком с небес? «Бессмертные боги, зачем вы послали на землю это чудовище? Чему, чему вы хотели нас научить? Что прекрасная оболочка — лишь вместилище пороков? Что любовь — личина ненависти?» «Нет, нет этого урока, мне от вас не надо. Истина в другом. Я никогда не узнаю ее любви, но благодаря вам знаю, что любовь существует. Ты пришла в мир». Изувер убийца, чтобы погубить того, кто умеет любить. Ты устроила предательскую засаду и со смехом и воем подняла топор, чтобы погубить в душе моей то, что живет и любит. Но бессмертные боги помогут мне избавиться от этого ужаса, излечиться от той, кто в лечи нелюбимой ходит среди людей, коварно внушая любовь, чтобы потом ее убить. Ты избрала меня жертвой. Того, у кого только одна жизнь, и только одна любовь, и кто больше никогда не полюбит. Но знай, исчадие, Аида, что ты хоть и убила единственную любовь, на какую я был способен, ты не убила во мне веры в любовь, и вера эта открыла мне, кто ты есть. Мне нечего тебя проклинать. Убийца переживает свою жертву лишь для того, чтобы понять, избавиться он хотел от самого себя. Всякая ненависть — это ненависть к себе. Клодия прикована к Клодии неизбывным отвращением. Раздел 28а. Катул Клодии. Я знаю, знаю, что ты никогда не обещала мне постоянства. Как часто с показной честностью бесчестных ты уклонялась от поцелуя, чтобы утвердить свою независимость от каких-либо обязательств. Ты клялась, что любишь меня, и смеясь предупреждала, что не будешь любить меня вечно. Я тебя не слышал. Ты говорила на непонятном мне языке. Я никогда, никогда не смогу представить себе любовь, которая предвидит собственную кончину. Любовь сама по себе, вечность. Любовь в каждом своем мгновении, на все времена. Это единственный проблеск вечности, который нам позволено увидеть. Поэтому я тебя не слышал. Твои слова были бессмыслицей. Ты смеялась, и я смеялся с тобой. Мы лишь играли в то, что нам не дано любить всегда. Мы смеялись над теми миллионами обитателей Земли, которые играют в любовь и знают, что любви их настанет конец. Прежде чем навсегда выбросить тебя из головы, я еще раз задумаюсь о тебе. Что с тобой будет? Какая женщина на всем белом свете была окружена такой любовью, какую дал тебе я? Безумная, знаешь ли ты, что ты отвергла? Пока Бог любви смотрел на тебя моими глазами, годы не могли тронуть твоей красоты. Пока мы говорили с тобой, уши твои не могли слышать злоязычья толпы, полного зависти, презрения и подлости, которыми изобильна наша людская порода. Пока мы любили, ты не знала одиночества души. Неужели и это ничего для тебя не значит? Безумная! Знаешь ли ты, что ты отвергла? Но это еще не все. Твое положение стало в тысячу раз хуже. Теперь ты разоблачена, тайна твоя открыта. Раз я ее знаю, ты больше не можешь скрывать ее от себя. Ты извечная убийца жизни и любви. Но как должно быть ужасно тебе сознавать неудачу, ибо ты только обнажила величие и могущество твоего врага, любви. Все, все, что говорил Платон, истина. Ведь тот, кто тебя любил, был не я, не я сам по себе. Когда я глядел на тебя, ко мне не сходил бог Эрос. Я был больше, чем только я. Во мне жил бог. Он смотрел моими глазами и говорил моими устами. Я был больше, чем я. И когда твоя душа постигала, что во мне бог и что он глядит на тебя, и тобой овладевало на время что-то божественное, разве ты мне этого не говорила? Разве ты мне этого не шептала? Но долго выносить его присутствие ты не могла, потому что родилась на свет извергом и убийцей всего, что живет и любит. Ты носишь личину любимой, а существуешь только за тем, чтобы расставлять одну предательскую ловушку за другой. Ты живешь... Только ради той минуты, когда со смехом и визгом поднимешь топор и вырубишь ростки жизни и ростки любви. Я больше не задыхаюсь от ужаса, я больше не дрожу. Я могу спокойно размышлять над тем, откуда в тебе такая тупая ненависть к жизни, и почему боги позволяют врагу рода человеческого ходить среди нас. Я никогда тебя не пожалею. Ужас не оставляет места для жалости. Когда-то в тебе пробуждалось благородное намерение нести свет, но оно было отравлено в самом зачатке. Я любил тебя и никогда уже не буду таким, как был. Но чего стоит моя беда по сравнению с твоей? Раздел 28. Б. Катул. Бои жалость в вас есть, и людям не раз подавали помощь последнюю вы даже на смертном одре. Киньте взор на меня, несчастливцы, и ежели чисто прожил я жизнь, из меня вырвите черный недуг. Оцепенением он проникает мне в члены глубоко, лучшие радости прочь гонит из груди моей. Я уж о том не молю, чтобы она предпочла меня снова, или чтоб скромной была, это немыслимо ей. Лишь исцелиться бы мне, лишь мрачную хворь мою сбросить, боги, о том лишь прошу за благочестие мое. Перевод Шервинского. Раздел двадцать девятый. Цезарь. Корнелию Непоту, 23 сентября. Письмо это не подлежит огласке. Мне сообщили, что вы друг поэта Гая Валерия Катулла. До меня окольным путем дошел слух, что поэт либо болен, либо находится в крайне угнетенном состоянии духа. Я многие годы был дружен с его отцом, и хотя мне редко доводилось видеть самого поэта, я слежу за его творчеством с большим интересом и восхищением. Я хотел бы, чтобы вы навестили его и сообщили мне о его состоянии. Более того, я просил бы вас в любое время, в любой час, известить меня, если он заболеет или попадет в бедственное положение. Уважение, которое я питаю к вам и вашим трудам, позволяет мне добавить, что я почту за обиду, если вы или ваша семья сразу же не сообщите мне о любых невзгодах, какие могут у вас случиться, да уберегут вас от них бессмертные боги. С самых ранних лет я понял, что истинные поэты и историки — лучшее украшение страны. Со временем это убеждение только укрепилось раздел 29а. Корнелий Непот, Цезарю. Как приятно было узнать, что великий вождь римского народа озабочен здоровьем моего друга и земляка Катулла и дружески относится ко мне и моим близким. Десять дней назад один из членов Эмилиева клуба для игры в шашки и плавания где проживает поэт, в самом деле явился ко мне посреди ночи и сообщил, что состояние Катулла очень тревожит его друзей. Я поспешил к нему. Он был болен и бредил. Врач грек Сосфен дал ему рвотное, а потом успокаивающее средство. Мой друг меня не узнавал. Мы просидели возле него всю ночь. Утром ему стало гораздо лучше. Мужественно собравшись с силами, он поблагодарил нас за внимание, заверил, что выздоравливает, и попросил оставить его одного. Когда я снова навестил его во второй половине дня, он спокойно спал. Вскоре его разбудил растяпа по посыльный, он принес письмо от той женщины, которая играет не последнюю роль в его несчастьях, что яствовала из его бреда. Он прочел при мне письмо и долго молчал, погрузившись в раздумье. Не произнеся ни слова о том, что там было написано, Катул, несмотря на все наши уговоры, тщательно оделся и ушел. Я сообщаю диктатору все эти подробности, чтобы он смог сам сделать необходимые выводы. Раздел 30. Дневник в письмах Цезаря Луцию Мамилию Турину на остров Каприм. 991. -е. О Клеопатре и ее приезде в Рим. Египетская царица приближается. Маленькая крокодилица, овиваемая опахалами, плывет через пролив. Моя переписка с Ее Величеством была, как и следовало ожидать, весьма бурной. Латынь ее хромает, но там, где требуется точность, она, я заметил, царицу не подводит. Я не жду буквального выполнения условий, которыми я обусловил ее визит. Царица не способна точно выполнять какие бы то ни было указания. Даже когда ей кажется, что она подчиняется беспрекословно, она ухитряется допустить кое-какие отклонения. Этого надо ожидать. Признаюсь, такая неизменная изменчивость имеет свою прелесть, хотя мне не раз приходилось напускать суровую мину, а виной всему ее безграничная гордыня и самоволие женщины, привыкшей карать смертью за малейшее неповиновение. Ее письма, а в одном случае и ее молчание меня восхищают. Теперь она настоящая женщина и настоящая царица. Порой я ловлю себя на том, что для меня она больше женщина, чем царица, и стараюсь прогнать эти мысли. Клеопатра — это Египет. Она и слова не вымолвит, и до ласки не снизойдет без политической подоплеки. Каждый разговор с ней, правительственный договор, каждый поцелуй — международное соглашение. Мне иногда хочется, чтобы общение с ней — не требовала постоянной осторожности, а в ее благосклонности было бы больше порыва и меньше искусства. Но вот уже много-много лет я не видел бескорыстной привязанности ни от кого, кроме тебя, моей тетки и моих солдат. Даже дома я как будто все время играю в шашки. Я теряю шашку, мне угрожают с фланга, я собираю силы для вылазки, выхожу в дамки. Моя дорогая жена, кажется, получает удовольствие от этих непрерывных схваток, хотя они не обходятся без слез. Больше того, уже много лет я не чувствовал к себе бескорыстной ненависти. День за днем я приглядываюсь к своим врагам, жадно надеясь найти среди них человека, ненавидящего меня за то, что я есть, или хотя бы за Рим, меня обвиняют в том, что я окружил себя бессовестными проходимцами, обогащающимися на своих постах. Порою самому мне кажется, что меня в них подкупает откровенная жадность. Они не притворяются, будто любят меня. Я испытываю даже удовольствие, когда тот или иной из них ненароком выкажет мне презрение в том океане лести, где я вынужден жить. Как трудно, дорогой Луций, не стать таким, каким тебя видят другие. Раба держат в двойном рабстве, и его цепи, и взгляды окружающих, твердящие ему, ты раб. Диктатора принято считать скаридным на благодеяние, безрассудным в немилости, завистливым к чужим талантам, жаждущим лести. И я теперь не десять а двадцать раз на день чувствую, когда всего этого опускаюсь и вынужден себя одергивать. И десять раз на день в ожидании приезда египетской царицы я мечтаю о том, как теперь, став женщиной, она поймет, насколько бескорыстно я даю все, что могу дать и ей, и ее стране. Ей нечего хитрить, ей нечего добиваться, все ее уловки не дадут ей того, что ей не положено получить. И если она поймет, мы с ней достигнем такого. Но тут я перехожу в область невозможного. Раздел 31. Цицерон из Рима, оттику в Грецию. Над этим письмом много потешались и в античности, и в средние века. Может быть, оно подделка, мы знаем, что Цицерон написал Атику письмо о природе брака, и что в двух последующих письмах он просил своего друга это письмо уничтожить. Вероятно, Атик так и поступил. С другой стороны, до нас дошло больше десяти вариантов этого предполагаемого письма. Они разительно отличаются друг от друга и уснащены явными вставками довольно фривольного характера. Мы отобрали отрывки, вошедшие в большинство вариантов, ибо предполагаем, что секретарь от прежде чем уничтожить письмо, снял с него копию, и эта копия ходила по рукам в Римской империи. Вспомним, что Цицерон не только развелся со своей всеми уважаемой женой Теренцией после многолетних и все более бурных семейных скандалов, но тут же вступил в новый брак со своей богатой молодой воспитанницей Публией и вскоре опять развелся. Что брат Цицерона, Квинт, давно состоял в далеко не мирном браке с сестрой Аттика Помпонией и только что с ней развелся. И что любимая дочь Цицерона, Туллия, была не слишком счастлива за Долобеллой, чистолюбивым распутным другом Цезаря, которого отец сам для нее выбрал в мужье. Лишь один брак из ста бывает счастливым. Это не единственное из тех правил, мой друг, о которых все знают, но молчат. И неудивительно, что из ряда вон выходящий брак прославляют повсюду, ведь только о необычном и говорят. Но безумие рода человеческого проявляется и в том, что нам всегда хочется исключение превратить в правило. Исключение привлекает нас потому, что каждый считает себя существом исключительным и предназначенным для исключительного. Наши молодые люди и девушки вступают в брак либо с убеждением, что 99 браков из 100 счастливые и лишь один несчастный либо веря в то, что им суждено исключительное счастье. Но, учитывая женскую натуру и природу страсти, притягивающую женщин и мужчин друг к другу, как можно надеяться, что брак будет счастливее, чем все муки Сизифа и Тантала вместе взятые? Женившись, мы передаем в женские руки управление домашним хозяйством, и они тут же, по мере своих сил, завладевают нашим имуществом. Они воспитывают наших детей и этим обретают право устраивать их дела, когда те достигнут зрелости. Во всем этом они преследуют цели, обратные нашим, мужским. Женщинам нужны лишь тепло очага и крыша над головой. Они живут в страхе перед грядущими несчастьями, и никакая защита не кажется им надежной. Для них будущее не только неведомо, но и чревато бедой. И нет такого обмана, к какому они не прибегнут, нет такой алчности, какой они не проявят, нет таких развлечений или потребностей просвещенного ума, которым они не объявят войну, чтобы уберечься от неведомого зла. Если бы наша цивилизация зависела от женщин, мы бы до сих пор жили в пещерах, и все изобретения кончились бы открытием огня для домашних нужд. Все, чего они требуют от пещеры, кроме самого крова, это чтобы она была чуть пороскошнее, чем у жены соседа. А своим детям желают лишь безмятежной жизни в такой же пещере, в какой выросли сами. Брак вынуждает нас выслушивать пространные разглагольствования наших жен. Ну, а разговоры женщин в семейном кругу, я уж не говорю о другой напасти, об их беседах в обществе, если откинуть мелкие хитрости и невнятицу, затрагивает лишь две темы — как сохранить незыблемым то, что есть, и как пустить пыль в глаза. Чем-то они похожи на разговоры рабов, и неудивительно. Положение женщин в нашем обществе немногим отличается от положения рабов. Об этом можно было бы пожалеть, но я не буду среди тех, кто хочет изменить существующий порядок. Разговоры рабов и женщин насквозь пронизаны хитростью. Коварство и насилие ⁇ два выхода доступных обездоленным, а насилие доступно рабам лишь при тесном единении этих злосчастных друг с другом. Государство справедливо препятствует такому единению и неусыпно за ними следит, поэтому рабу приходится добиваться своих целей коварством. Женщинам тоже закрыты пути к насилию, потому что они не способны объединиться. Они, как греки, не доверяют друг другу и не без основания. Поэтому они прибегают к хитрости. Как часто, заглянув на одну из своих вил и проведя день в разговорах с управляющими и батраками, я ложился спать таким измученным, словно состязался с каждым из них в борьбе, напрягая все телесные и душевные силы, чтобы меня не искалечили, или не ограбили. Раб преследует свои заветные цели, пользуясь всеми доступными ему ходами и прямыми и окольными. Нет такой ловушки, какую бы он тебе не подставил, нет такой лести, такой видимости логики, игры на твоих страхах или жадности, на какие он не пошел бы, и все это, чтобы уклониться от постройки беседки расправиться с подчиненными, сделать попросторнее свою хижину или получить новый плащ. Так же ведут себя женщины, однако насколько разнообразнее у них цели, насколько богаче боевые средства, насколько сильнее страсть к достижению своих целей. Раб в основном жаждет удобства, в то время как женские потребности определяются тем, что составляет самый смысл ее жизни охрана собственности, почет, который ей оказывают знакомые Матроны, хотя сама она их презирает и боится. Содержание в заперти дочери, которую она хочет оставить невежественной, лишить всяких радостей и превратить в животное. Стремления женщины так глубоко в ней заложены, что кажутся ей естественными, мудрыми, неприложными, Поэтому всякое другое мнение она может только презирать такой натуре разум кажется ненужным и пустячным. Она глуха к его доводам. Мужчина может спасти государство от гибели, править миром и стяжать бессмертную славу своей мудростью, но в глазах жены он остается безмозглым идиотом. Далее идет раздел, где говорится о половых отношениях. Он был так искажен игривыми и богатыми на выдумку переписчиками, что установить первоначальный текст не представляется возможным. Обо всем этом редко говорят, хотя поэты иногда и приоткрывают завесу. Те самые поэты, которые больше всех виноваты в ложном представлении, что брак — это рай, и толкают нас на поиски губительного исключения. Эврипид в своей Медее обнажил все это до конца. Недаром афиняне с бранью изгнали его из Афин за то, что он высказал истину. Толпу возглавлял Аристофан, показавший, правда, не очень откровенно, что и ему все это отлично известно, но он припрятал свое знание поглубже, чтобы выгнать из города более великого поэта. А Сафокл? Какой муж горько не смеялся во время сцены, где Акаста громоздит одну ложь на другую, делая хорошую мину при плохой игре? Прекрасный пример так называемой супружеской любви, когда жена готова скрыть от мужа все, что угодно, лишь бы сохранить мнимое благополучие. Яркая иллюстрация того, как по недомыслию жене трудно отличить мужа от сына. Ах, друг мой, давай утешаться философией. Это та область, куда никогда не ступила их нога, да, они, впрочем, и не проявляли к ней ни малейшего интереса. Порадуемся старости, которая освобождает нас от желания их обнимать. Ведь за эти объятия мы платим порядком в жизни и покоем души. Раздел тридцать второй. Абра служанка Помпеи, Клодии. 1 октября. Я так волновалась, высокочтимая госпожа, за вас, за ваш дом и за нашего хозяина после покушения на его жизнь. Да и все здесь были в большом расстройстве. Дом битком набит посетителями и полицией, а хозяйка просто голову потеряла. Но сам, благодарение бессмертным богам, проснулся в полдень, как ни в чем не бывало, и даже очень веселый, отчего хозяйка моя просто взбесилась. Он очень оголодал, и все ест да ест, а доктор не разрешает, и хозяйка на коленях молит его не есть. Ну, а он такие шутчики отпускает, что мы еле-еле сдерживаемся, чтобы не захохотать. Я сама слышала, госпожа, как он сказал всем, кто был рядом, что, отродясь, не получал такого удовольствия от обеда, как тогда у вас. А Марк Антоний возьми и спроси, почему, мол, а он говорит что больно хорошая была у вас компания. А вы уж меня извините за вольность, только Марк Антоний сказал, это вы о ком, о Клаудилле? А сам и говорит, Клаудила замечательная женщина. Надеюсь, госпожа, вы меня не осудите, что я рассказываю вам все как есть. Ну а теперь, госпожа, сообщаю вам, что он объявлял всем, кто в этот день приходил, будто Клеопатра, та самая египетская царица, не сегодня-завтра приезжает к нам в Рим. 6 октября. Вчера вечером хозяина не было дома, первый раз за долгое время, и все думают, что это неспроста. Царица прислала моей хозяйке чудесные подарки, особенно одну расчудесную вещицу. Вчера тайком пришли мастера, поставили ее и запустили. Это самый настоящий египетский дворец, но высотой не больше, чем по колено. И если снять переднюю стенку, видно все внутри. Там тебе и хлев, и царский кортеж, а одежды и краски просто прелесть. Но это еще не все. Когда пускаешь воду, Тут даже и не объяснишь, госпожа, как это делается, но все человечки начинают двигаться, царица со свитой входят во дворец и даже поднимаются по лестнице, право слово, а потом идут через весь дом, и звери тоже ходят и пьют воду из Нила, и крокодил плывет против течения, а женщины ткут, рыбаки ловят рыбу, и, клянусь бессмертными богами, всего и не перескажешь, что там делается». Так бы и смотрела, глаз не оторвать. Хозяйка впала в такой раж, что приказала зажечь все лампы. Мы думали, она никогда не угомонится. Все говорят, как это ловко царица придумала. Ведь хозяйка моя все забыла, любуясь этим дворцом. Даже забыла, что мужа нету дома. 8 октября. Вчера к моей хозяйке приезжала в гости царица. Мы думали, что она будет пышно разодета, но на ней было синее платье и ни одной драгоценности. Ей, как видно, известны законы на этот счет. Прическа у нее тоже была простая, а я обитых два часа возилась с хозяйкиными волосами. Хозяйка поблагодарила ее за игрушечный дворец, а потом они только и говорили, как с ним обращаться. Царица сама очень простая. Она даже знала, как меня зовут, и все мне объяснила. Но, как говорит хозяйкин секретарь, сразу видно, что голова у нее на месте. А когда вернулся домой мой хозяин, он спросил, «Как тут все у нас обошлось?» А хозяйка так гордо отвечает, «Да, очень хорошо, а как же, мол, иначе?» Ах, госпожа, видели бы вы в эти дни хозяина, будто в доме вдруг поселилось десять мальчишек, все время дразнит хозяйку и даже ее щиплет.